Translation. Сейчас, секунду. Так. Главное, блядь, звук лишний повырубать. Ломай, круши. Так, ну вроде все. Не знаю. Серега тут? У меня оповещение не пришло. Да. Ага, ну давайте. Все, короче, я включаю камеру, хуямеру и говно это все. Давайте. Давай. Всем привет, ребят. На канале Маргулит Channel. Короче, что, давайте сегодня попробуем поиграть втроем. Так, чуваки, убирайте звук. У кого там на мониторе что-то включено? А я проверил, что происходит. А, ну вот. Ну все слышно, значит все отлично. Так. Ну что, погнали, запускаем каточку-хуяточку. Поехали, опта, бля. Погоди секунду. Так, ну чё, играть. Быстрая игра, своя игра, я уже запомнил, забыл что-то. Быстрая игра, по-моему, да? Чё нажимаем? Эй. Ну, задание, сложность, частная игра, играть. Так, задание. Вот это вот первое самое выбираем, короче. Праведный отпор выбрать. Сложность, рекрут, подтвердить. Всё, ну, да, пока короче. Уровень низкий. Всё, играть? Угу. Поехали. Принять. Да. Ну, четвертый будет ботом. Твои бутылки. Ну, да, я потерял пару пузырей. Бля, это вышнягу, конечно, пропустить. Тут, наверное, какой-нибудь охуительный лор и все такое. Ну ты че? Вселенной, черт победи, сколько лет. Я же тебе говорил. Ну да, да. С 80-х я годов. Я думаю, там есть о чем победить. Жалко, конечно, не 40 тысяч. Вот не говори. Где вот это вот все и пафос? Когда-нибудь. 40 тысяч там, наверное, вообще полный беспредел, да? Ну, плюс-минус. Ну, короче говоря, бежим. Коридор, как обычно. Ща прогреем и поедем. На улице дождь, бля, давайте туда не пойдем вообще. Ну, пошли назад. Да, можно в падике сидеться, нахуй. В падике? Да, да. Спец по крысам. Иди сюда! Где уже крысу-то нашел? Да вон там крысы бегают. Space. Ломай, круши! Я одну, блядь, даже долбануть еще не успел, она уже подохла. Ля, ты ее просто голову отломал. Вторая просто упала уже мертвой. Не, ну тусовка набирает обороты, походу. Я смотрю, уже побыстрее получается разъебывать. Ты че там? Гимли. Серега, ты че прилип? Тут. Так, крысы не ждут. А куда нам кстати? В какую сторону идти? Тут я смотрю, часто развилки идут. Так. Какую-то херню понаходил. О, хрюшки, бля. О, тут. Тут угарно хрюшек мочить. Ах ты! А тут с одной подачи хрюшки улетают, прикольно. Че за мясо? Они идут. Да ну тут так. Ну, так не так, а разъебывать-то придется. Вон там, кстати, зелье хилки возьмите, кто-нибудь кому. А, у меня есть. Мне почему-то она досталась уже. Мне желательно вот на толпу прям налетать.
Тихо, пулеметчик ебаный. Вот он пидор вообще. Остальная хуета. Так. Все. Давайте нету, наверное, не разбегаться особо. Я так, уже... кто там еще? Я тут уже по три крысы. Ты смотри, они тут сзади любят атаковать. Я тут уже по три крысы могу. Умею вырубать. Умею, практикую. Так, куда-то здесь бежать нужно? О, а, вон туда точно, на мост. Прямой, да. Человек простой, вижу крысу, убиваю. О, сразу, блядь, по три штуки отлетает, заебись. Ща прогреем и поедем. Там, я знаю, там дядька большой есть. Пошлите ему голову отобьем. Ну, это по-любому отобьем. Я вот все из этих, как он. Он не заспаунился еще. Подожди. Я хочу эту хуйню пособирать, которая, как она, блин. Текста какие-то, как там, свитки. Да, я видел такое. Что-то. Короче, книжки, короче. Да, книжки. Подожди, вот, что это такое? Искусство какое-то, короче. Захуяченное. Короче, вот эти книжки, если мы собираем в одном и том же месте на катке, ну, печень, на карте, короче, то они будут все время там попадаться. А они хорошие эти, как его. Ну как хорошие? Вроде неплохие, рандомные. Хелп, хелп! А, все, я ему отломал голову. Оно в конце катки дает нормально. Да, поэтому надо брать. Это в наших интересах. Что там, заспаунился Норглит? Первого знает, но я тут, блядь, в луже пердежа нахожусь. В луже пердежа. О, здрасте. Я, короче, поднялся и уже разъебывал этих потихоньку. Ну, я бомбочку взял. Поехали. Спокойствие. Хорошо, что тут нет дружественного огня, а то бы мы уже, блядь, и пизделей бы получали. Лечебный припас. Этих петухов я что-то не заметил. Ну сейчас, в принципе, и все, да, вроде, если я не ошибаюсь, ну почти не, дошли. Дальше а, нихуя, да, 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 нихуя. Сейчас просто толпу надо будет разъебать. Лови! Бум, нахуй. Да, деточка, да. Ну, они пока тут, конечно, сопливые, как бы идут. Ничего особенного. Там что за нечестность-то? Кто со спины нападает? Так. Что делаете? Я там здорового петуха захерачил. Вот там один стоит, горит. Всех рубить, я даже тюрьму не повернул. Застрял. А, подожди, надо было крутануть, что ли? Окей. Да. Ну, чтобы этот... Чтоб пошел процесс. Сейчас я скорости там хапну. А я думал, хапну. Процесс уже пошел. Откуда они кричат-то? Блин? А, вот они. Подожди, кто там? Сейчас, кто там рубится? Крысятки. Это я разбираю чуть-чуть. Там тостер вовсю расхуячивает. А он маленький, а короче. Этот... Они, видимо, до тебя особо не достают. Ай, пидор. На, сука. Я это зелье скорости нашел и хапнул. И нормально пошло. Всегда бы такое на работе находить. Куда-то в толпу ебаться. Да, я все, я захуярил. Ну и пизделей получил. Я хотя бы эту гниду замочил. Он стоит там, поливает вообще. Че, будут еще персонажи? Должны быть, вон. О, ползут. Хуй, это у меня пол здоровья. Куда ты выпал, ё-моё? Давай, надо Гимли полагать. Вообще не мешало бы покинуться. Серега тут крутится на карусели, короче. Ночной дозор. Иди сюда! Расстреливайся. У тебя, наверное, этот как его. Стрелы бесконечные, да? Не, значит, тут осталось. Чисто для вас и меня. Две. Одну можно себе в колено пустить. Ну, чисто по-тупому. Господи. А, как раз тут замет. Ну-ка, шубись нахуй. Блин, почему нельзя вид от третьего лица сделать, а? В этой игре? Там какой-то топ, понимаешь?
на X. Да? И он просто обзор делал. С днем рождения. Во! Молчан, спасибо. Как, Санёк, дела? Ну, обзор это неинтересно. Ты что делаешь? Так, грызут тут потихоньку. Смашаюсь. Дизая. О, так, о, надо, о, надо, о, надо. О. Тихо, тихо, пидор. Я, кстати, тебе стрелы нашел, по. Мне надо похилиться, короче. Мать его так. Сейчас что-нибудь придумаем. Все, я готов. Вон там еще одну. И тут с ним подберу. Не, что-то тут по хилу все сложно. Кто-то бросил мне его, что ли? Ну. Так, что, ладно, наверх? Пойдемте на лифт. Да, да, давай. О, ништяк. Стрелы. О, мне можно стрелу взять? О, конечно, спасибо. Ну, тут видишь, Санек, зарубились со стороны, да, Серегой. Вархаммер, мать я. Бери топор, руби хардкод. Ну да. О, побежал, побежал. Топор я уже. Где? Где хардкор? Я думал, фолианты. О, кстати, вот как эта херня называется. Фолианты, блядь. Куда идти? Чё, давай, куда, в какую сторону? На, а, Вася, на! Там тостер месяц. Куда вы все? Сюда идите, да, вот. Меча тебе, меча, ё! Ты еврейский двор, похоже. Я вам пивасика принес. Куда положить? Мне, пивасик, мне это вот хорошо. Прям, мне вот прям надо это, как его, полку лететь. У меня там потому что обилка действует. Вольфот, привет. Зажгли. Ой, что-то как-то. Зелье, ага, силы. Огонь. Надо кому зелье силы там? Я возьму, я возьму. Давайте, давайте, бери. А где оно? По прямой, короче, вот здесь. Да, ты взял? Все? Не, я тут что-то вижу. Там Серега видит. Зелье концентрации. А, вон у меня есть. Все, я вижу. Что-нибудь берите, я вообще этими штуками не пользуюсь. Я... Зря. Я зря. Пошли! Человек простой, вижу топор и башу все. Не знаю, мне без лелий пока и так прикольней. О, здрасте. Чё ты там ржёшь, блядь? Там где-то вот здоровенный должен быть сейчас чувак по прямой. Он меня в прошлый раз скинул, блядь, я потом заебался вход искать. Как пойдем, появляется. Вон это мудила. Вон оно, стой, пошли ему, объясним. Пойдем, я уже вот иду. Я вот прямо возле него. Вот, все, он уже улетел. Странно, но он умер. Вон ХП возьмите, там баночки лежат. Я да мне пока не надо. На F нажал. И он что-то умер. А. Че? Я что-то нажал и все сломало. Ну, ультафик. Я тут ультой немножко пизданул. Давай! Качественный замет. Ебаной! Все горит. Кто бомбу ебнул? Я. А, ну, о, Лех, вот тут сундук есть. Иди сюда. Давай. Вон тебе сундук. Сейчас, подожди. Я тут не вижу, где кого разъебывать. Давай, похились. Короче. Сплинтер где-то тут. Где сплинтер? Да тут они все сплинтерами. Тут надо сплинтером. Как они обзываются? Забыл. Скавины? Да, да, скавины. Нашли, блядь, название для крыс скавины. Назвали бы по-советски сплинтеры, да и все. Советские. По-советски? Обычный советский сплинтер? Да, да, да. Обычный советский сплинтер. Просто плинтус. Такой, короче, в этом, блядь, как он. В Олимпийке такой, с Олимпиады 80. И тренингах с вытянутыми коленками. Все как положено, по канону. Тихо, поразъебывай. Хайпанем немножечко. О, замес. Это хорошо. Это что было такое? Кто-то нагнал. Это Леша ультанул. Да, чуть-чуть. Я человек простой, вижу ульту.
кто центрифугу-то пойдет. А это я, конечно. Ё-мо, я с тобой тогда. Я вот тоже только с ночной проснулся и пока не совсем понимаю, что тут происходит, но мы разъебываем там по крыше. На троечка. Ай, блядь, меня в воронку затянуло. Долбаните кто-нибудь эту гниду. А я не вижу. Все, он умер. Наконец. Да? Вот эти вот ебаные маги, они самые противные мудаки. Погнали. На туда. Что-то как-то толпа быстренько разъебалась. О, пидормот летит он тут. Ну все, теперь стопудово надо будет похилиться. Там есть аптечка, кстати, он сзади. Да, вон сзади аптечка, слева. Сейчас, погодите, я возьму. Надо посмотреть, тут эти всякие зажигательные бомбы, не то. Семейный уют, привет, спасибо за локус. О, тихо. Вот если долго на одном месте тупишь, тебя игра начинает наказывать. Это я уже заметил. И аптечка. Ага. Как у нас товарищ? Виктор Зельц, парень? Зельц? Чего? Господи. Ой, какой Зельц? Ты о каком Зельце говоришь? Да вон этот, четвертый наш. Четвертый? Товарищ. Зельцпайр. Зельцпайр. Еврей, ё-моё, родная кровь. Не зря ты его взял с собой. А, человек, мне показалось то, что он с вилами бегает. Думал, синокос начался. Че, пойдем, погнали наверх? Да? Че там у этой какой? Ни одной реликвии нормально не собрали. Зажигательная бомба. Не, у меня есть. Надо бы что-нибудь пособирать такого козырного. Вот это что такое? Фолиант. Вы куда пошли? О! О! Я фолиант собрал. Фолиант. Блядь. Еще да. Нашел какую-то бочку. Есть у кого-нибудь слот под хилы свободный? Да. Нет. Блять, и фолиант, ну да, надо тащить. Ладно. Забей. Ну я взял, короче, фолиант. Буду без хило. Говорится, не даже. Мужики, ловите аптечку! Погоди. Пулеметчик. Где это падла? Готов. Есть еще? Дайте аптечку. Ну вот это мне доёрнуть. Лови аптечку, ого. Парень. Готово. Что-то как-то разбросано не по карте. Не кучно стоят. Оп. Пидоры прямо сзади, а смотри какие, блядь. Откуда они, блядь? С крыши сыпятся, аж. Крысятся. Так, кто второй? Крысишники. Внизу бегает. О, погнали. Они идут. Ладно, скиньте мне эту, как ее, пушку. Какую пушку? Сейчас бегу. Какую пушку? А че? Пушковую. Стенку пробить. Они тут как раз на голову цепятся и тут подоразъебывают. Да ты че такой? У вас там как, заняться хватает? Да. Мелочь. Ба-бам! Да господи! Бля, долго от меня стоят две панды у меня в жопу. Ну давай. Если кого-то хотел подмандить. Все, у меня кончились тут. У вас там есть? Да. Тихо сюда. Тихо, сейчас его пидора долбану. Оп. Все. С пидором покончено. Блять, он взрывается же еще. Вот сучара. Виктор Плей, привет. Спасибо за Лукас. Так, ну чё, мы пушкой херачим в стену? Уже все пробито, Алексей, что? Спасибо. Я пока тут разъебывал. Чувака с пулеметом, я уже отвлекся 300 раз. А, аптечка ко мне. За тобой крысюка бежала, я ее убил. Не хочу пока. У меня была крысюка, я ее любил. Она съела кусок мяса, я ее убил. Бам! Это сзади кто-то. Какая-то крыса. Вот бля, крыса, да? Тихо. Стреляй. Блин, у меня не перезаряжено было. Я его чуть-чуть сзади долбанул опять. Короче, крыса. Ля-ля-ля, банка скорости. Гимли шустрее всех оказался на поверку. Так, нам наверх. Маленькие ножки.
Да, хитрые. Маленькие хитрые ножки. О, Лёх, бери. Чё, да? Боеприпас? Брал. Мне не надо. Там был бесконечный сундук, кстати, с припасом. На, по голове тебе. Подожди, а тут вот я, насколько я помню, мы когда первый раз бежали с Серёгой, тут какой-то замес был серьезный прям. Только мы уже почему-то пробежали. Только мы почему-то пробежали уже этот замес конкретно. Конечно, тротон попал. Где еще? А вон сзади, наверное. Да? Я что-то не вижу. Да не, никого нет. Вообще тут сюда. Один, одна-две крысеки, это не замес так. Ну да, здесь, да, я нам, помню, был какой-то нам чертило. Наверх. Нам наверх, короче. Я аптечку взял. Ну так хорошо, тащи ее с тобой. Ты идешь? Сейчас, я пацанам скину аптечку. Мне вот не надо, я в там полян. Как раз сейчас два... Я не про точно. Это. Сейчас увидишь, там как раз два больших пацана будет, я им аптечку отдам. О, это горячительная, да? Ну, нормальная такая аптечка. Нате, пацаны, вам аптечку. Ты бомбу, что ли, им кинул? Понятно. Хорошо, что действительно у нас тут нет дружественного огня. Чтобы мы сейчас, блядь, все от этой бомбы прикурили. Да, смена закончилась, слышите, Рок? Да-да, там гудок на обед, на. Погнали. Я, короче, туда вот на лестницу пошел. Я сейчас прорвусь, короче, среди этой всей хуйни. А, давай! Я погнал на лестницу, они сейчас с лестницы должны переть. Давай, я вот здесь постою. Они сзади вот. Где? Ага, ну давай. И они потом с этой стороны тоже попрут. Блять, кто-то еще нагазовал тут. Ебаной. Бомба. Фу, на, у вас тут воняет. Кто-то курнул. Кто потеет, тот воняет. Я молчал. Логично. Не, ну правда, что-то я тут и это как вам. Здесь бежала, помню, волна, и я ее мочил. Ну, я же говорю, рандомно. Так, давай-ка я. Вот здесь хильтесь, ребятки, здесь у нас это. Да, придется хилиться, как ни крути, а полянки я потом подберу. И че, кого? О, полян. Боеприпасы. Ну все, погнали наверх. Сейчас я его зубочисткой. Под ребра. Он покойный? Как-то он быстро подох. Так, а куда он? Есть еще кто? Блин, она максимальная сложность, его вообще реально зовут. Ну да, наверное. Да мне кажется, мансовать просто надо подольше. Там Зигмара. Погнали, 15. Нам в середину. В середину и закрепляем. Надо в колокол долбануть. Закрепляем? Да. Колокол надо долбануть, да, и все. И потом уже пойдет замес. Ну давай. Убийца. Дзынь, ёпта. Я на вышке. Как сюда пройти? Они идут к центру сейчас бежать, кстати, будут. Да пускай бегут. Ну да. Мне точно. Откройте двери. Они сейчас сами. Там какой-то ящик был. Погнали. Все трясется. Где крыса? Ля ты крыса, а? Вон они. Я не вижу. Давай, зелье концентрации. Ты бомбочку. Прям... И поехали. Ты прям запасся, что ли, на замес? Конечно. Ломай, круши. Эх, красота. Красота. Все. Фу, кто навонял. Блять, кто долбанул, правда, это хуйня? Какая-то крыса среди нас. Согласен. Ну что, кидайте бомбы. Толпой, блять. Тихо, тихо, тихо. Что происходит? Кто-то их напалмом выжигает. Кто напалмом выжигает крыс? Черни я. И все, да? А нет, третья волна. О, у меня вторая волна кончилась. Давай, почти. Давай сюда. Я... Будем жопой торговать.
они быстро все кончаются. Блять. Сложность просто маленькая. Ну да. Да ничего, ну давай, давай, иди сюда, иди сюда. Сейчас подкачаемся, чуть посерьезнее запустим, если. Какие-нибудь подземелья, да. Ну, лайтовенько, лайтовенько. Все. А вот еще парочка бегает. Кто-то пускает ветра в нашу сторону. О, опять крыс. Иди-ка, иди-ка сюда. Прибежали тоже мне тут банда нурглов. Ты даже знаешь, как их зовут? Я знаю, какому богу они поклоняются. Какому? Ты же этого занурглов? Есть какой-нибудь возможность долбануть этого пира пулеметом? Понятно. Все. Спасибо за пидора пулемета. За пулеметного пидора. Боянка пиздец. Слушай, а эти времена Вархаммера, они до Императора или после? Это другая вселенная. Это другая вселенная. По-моему, вселенная та же. Нет, а это... Википедия у меня точно другая. Нет. По-моему, вселенная была. Сороковник — это Сороковник. А тут я знаю, я книги прочитал там 7 штук первых из этого. Все, закончились, кстати? Нет еще. Становление хаоса. В прошлый раз, по-моему, мы вот этот конец как-то быстрее прошли. Ну, оно, видишь, рандомно спаунит. Ну да. Просто... Возможно. Все, поехали. Тянет назад. Да, на вниз просто. Джеронимо! Джеронимо! Ты, походу, нас тянешь назад. Нет, это бот. Кто тянет всех назад? Из-за кого команда не танкует жопой? Кто хочет провести правильный выбор? Кто уйдет последним? Ну-ка, чё, сколько? Ну вот у меня 11-го. Сколько? Даже 12-й, наверное, уже будет. Мне дали какой-то топор. А мне дали сундук. Тяжелый молот. Поощрите мне сундук. Чё сундук дали? Кстати, Фолян, ты, сколько я понимаю, если тащишь, то он на всех разделяется. Рыцарь пехотинец. Нечищит. Да, Ранхальда, Фолиант. Улучшение сундука какое-то. Так, начинаем. Дикий кач. Персонаж. Ну-ка. Улучшение сундука. Бля, вы вообще тут звери. Мне какой-то сейф купца, кстати, дали. Я такого еще не видел. А чё у нас из оленька? Виктор Зальц Спайер. Убил 186. Вот кто тянет всю команду на дно. Он самое слабое звено. Зальц Спайер. Йосиф. Йосиф Зальц Спайер. Зато он может денег нам принесет. Так, давайте. Ладно, пойдемте лутаться. Пойдемте лутаться. Пойдемте лутаться. Открыть. Что нам принесет день насущный? Ну, синенькая. Мне даже две синие шмотки дали. Ну, они дают, короче, постоянно что-то синее, зеленое, но такое себе, короче. Всегда, но вот на 1-2. На 1-2 пунктика. Ну, белоснежка-то это понятно. Обычно так, на 2 пунктика побольше и все. Барсик. О, ничего себе, нормально так выпал. Ушечки, хуюшечки. Арбалет. Кстати, ты там не забываешь оружие-то разбирать? Да, пылю потихонечку. О, подожди, золотушку дали вроде, но она хуёвая. О, мне кирку дали! Ну ты же гном. Ну не совсем ты гном. Плюс один к выносливости. Так, снаряга. Снаряга. 49, 47, 47. Молоток на 45. Короче, блять, ничего полезного. Все, я готов. Мне какую-то хуйню дали, короче. Ща, погодите. Да, берите самое последнее, дайте. Так, 40. Я пока на пике посижу. Точен. Пики точен.
Так, ну, у меня на самом деле, кроме пушки, бля, ничего не прилетело такого козырного. А, нет, подождите-ка, печать. 38-35. Не, мне нормально, мне всякой какашки нападало. Свиток оберег. Он дает-то шанс укрыть в атаке. Да, да, это хорошо. Таланты. Ну да, качать. Создание. Давай-ка разберем всю эту дичь. Да, вроде шкафка-то золотая, а ничего нормально не добавил. Побери что-нибудь. Пойдем. Ну это по-любому, вот эти всякая пыль и то подобная херня, она пригодится потом. Гадалки не ходи. Ну чтобы какое-нибудь козырное там потом пушечку сделать. Например. Средство преображения. А ну ни хера нет. На что я действительно рассчитывал? Так, все, у нас там все. Запускаем. Кстати, Тостер, у тебя там что по этому, по сложности? То это че, по силе. 135. Ну давай попробуем, короче, задание. Только не на рекруте, а чуть посильнее. Попробуем. Это... На ветеране. А, сложность? Да. Ну давай рискнем. Давай. Тестим. Давай, все, я запустил. Надеюсь, мы сейчас по соплям не получим. Ну, кто первый сорвет, тот знает. Кто первый сдохнет, домой может не возвращаться. А если я дома? Что мне делать? Придется выйти из дома. Чтобы потом туда не вернуться. Как все сложно. Ну да, сложно непросто. А то ж. Вроде все правильно, я запустил второй левел, как бы. В смысле, вторая карта, короче. Ну, это типа дальше идем, я так понял. Я только сейчас обратил внимание, я за капитана Барбаросса играю. Капитан Барбаросса, да. С перьями, блядь, в башке. Нам куда? Что-то Иосиф тупит совсем. Он там какой-то медленнее всех плетется там сзади. Пацаны тебя такие, подождите. Ребята, мне почему-то он... Подождите таки. Мне почему-то он называется Виктором Зельцбургом. Так он и есть Виктор Зельцбург. Но если он Зельцбург, значит его зовут Иосиф. А, ну да, логично. Еврейский ДДшник. Придется сзади. Ну он туповато. Че так никого нету? Так, я подожди, я куда-то боеприпасы надо кому? Я в какую-то отвилку пошел. Сейчас мы туда тоже придем. Ты все правильно пошел. Кто мне бомбу под ноги бросил, а? Я тут ни при чем, у меня их даже нет. Ну я так и понял. Это, наверное, его всех долбанул. Тихо. С такими тиммейтами и врагов не надо. Ты что, там Space Marine, что ли, стреляет? Как говорится, таких друзей Запада в музей. Блять, надо перезарядить. Да, ты смотрите, они там это... Погоди, надо перезарядиться. Да. Они тут сносят уже, заебись. Так что, уже не развлекало. Так, я Тостеру прикрываю. Так, ну вроде все тут. А нет, ну какой-то проход надо занять. Бля, не сверху еще тыкаться, блин. Ё-мо, это здоровый пришел. Ух, нифига. Че, у вас там нормально или подсобить? Давай к нам. Так. Тут народу уже дохуя. Они, блядь, меня сейчас сзади грызут. Ты там с лицом к ним встань. Да, Иосиф, нормально все. Говоришь, лицом к ним встань, так они тут со всех сторон, блядь, сыпятся.
Не, в пизду, надо хилиться по возможности, короче. Это, блядь, я уже выяснил. Зажигательное надо там. Кто нас любит? Где, рядом со мной. Загубленное искусство. Я какую-то шнягу подобрал. О, это надо всем, по-моему, взять. Для бонуса. Загубленное искусство одно найдено. Загубленное? Да, захуячено. Чем больше стоим, тем больше крыс бежит. Ну да, да, поэтому двигаемся. А чё сундук? Не, не мутабельный. Тупик там ещё нет. Палата сумасшедшего дома. Вот, ну не хватало ещё, куда мы припёрлись-то, а? Да вроде правильно. Если чё, у меня есть одна. Ну у меня тоже одна, у меня большая. Фурфырик маленький. Фурфырик. Фурфырик. Чекутку взял. Да? Да? Пройдите, а что ты нас тогда отъебстли, когда мы сложно сменяли? Нет, нас отъебстали на третьей карте. О, где-то этот. Комивайжор. Нам наверх? Да. Куда-то сюда. Куда-то сюда. Там что-то я. Смотри, там этот пидор с пулеметом бежит. Подожди. Бля, я только хотел ему пояснить. За всю херню. Вовремя его ебанули. Чтобы за вот камеру, вон этот. Чтобы он сейчас нам пояснил. На тебе туда, Вася. Тоже еще один из опасных пидоров. Вон еще один опасный. Можно я? Дайте мне. Дайте два. Ну кидай, что ты там хотел. О, или ты поебашить их хотел? Конечно, поебашить, нахуй. Трофейная игральная кость. И тут аптечка, если что. Я уже взял. Дай-ка посмотрим, вон там закуток какой-то с плюшками. О, пойдем, там банка скорости. Зелье есть. Зелье скорости, да, надо, бери. Порошок зелье скорости и аптечка есть. Аптечка, пацанам, надо отнести аптечку срочно. Кстати, там, по-моему, то похилиться, по-моему, не мешало. Да нет, терпимо. Смотрите, я-то сейчас выебу. Пацан, лови аптечку. Недолет. Че она не загорелась? Там маг, короче, сзади меня. Вы смотрите, если чё, маг может напиздюлять. Пацаны, я аптечку активировал. Отходи, отходи. Активировал на всех? Хуёвый, чё это такое? Ёбаный. Опа! Походу, на этом мы закончили. Чё-то мне кажется. Ща, погодите. Ща мы его разъебём. Сука, он хилится. Он грыдёт, и вот типа и хилится, пидор. Ёстьку, блядь, отпусти. А, твою мать, меня подал. О, кто-то домой не вернулся. Меня кранк разъебал. Ща я его тащу отсюда. Иосиф, лёг. Так, бля, я лёг беру на себя. Меня кто-нибудь ага, поднимите. Меня этот чёрт кидает. Меня кто-нибудь поднимите. Козёл. Погоди. Все, меня тоже опустили. Да вы чё, издеваетесь, что ли? Чай тебе пизда пройдет, не переживай. Все. Не-не, я первым не хочу, я не лох. Они меня тут добивают, короче. Блин, надо было ульту чаще использовать. Ульту, хуету. Как ебишься, Ника? Все, я подох. Даже половину не сняли. Я подох, окончательно. Да, я а все, вы окончательно сдохли? Да. Они нас захуячили просто, да и все. Смотрим, как Тостер пытается выживать. Гимли, тащи. Ааа, беги, беги! Да, ты да. Пизда. Не, нихуя. Он-то потолще тебя оказался. Я думаю, нам нужно все-таки силы 300 набрать, а потом лезть, блять, на этот уровень. На чем он будет? Меня схватил? Так нечестно. Что за обнимашки? Подрючить, подожди. Фу, какая мерзость, блядь. Да. А он хилится, короче, ты его один не заебашишь. Он тебя хватает, хилится и тебе придет. Вот черт вообще, нахуй.
Пизда реки. Ожидание, спасение. Так. Обрезал и положил. Че по мне бьет, по... ну и какой он вообще. Фу. Игровой канал Руслан, привет. Короче, ну, давай, давайте обратно вернемся на рекрута, потому что жопа полная, мы не тащим. У нас мощей не хватает. Тут слабое звено. Ну туда севоход, слабое звено. Не знаю, Максик делал все, что мог. Ну да, Максик до последнего. Тиммейты просто... Просто тиммейты не затащили. Максик, походу, ростом меньше, поэтому он, короче говоря, просто подольше пожил. Они до тебя нормально не доставали. Ничего не знаю, Максик делал все, что мог. У него просто тиммейты плохие. Так, что там у нас по заданию? Чик, призыв распада, да, все верно. И круто. Давайте, запустил. Я сейчас вообще с молотком пойду, вот так вот. Да, нужно, короче, я... Ну, я со щитом и с молотком. Я понимаю, да, что надо вот 300 набрать себе нормальной силы и потом ломиться уже на ветерана. Вот. Мы уже второй раз пытаемся переключиться, и пиздец, мы только насасываем. Буквально вот до первого большого босса и пиздец тебе. Они летят и все нахуй. Я бы еще вот сказал, у нас такой... Еще бы такой, этот, такое себе у нас этот... Тимгрупп я бы на этом такого характеризовал. Что бегаем в разные стороны. Так надо же давать. Зельсбург нормальный мужик со всеми бегает. Йосиф, так? Ну да. Ну, Иосиф, он просто поэтому по скрипту к тебе к жопе прилип, но... Как не повернешься, он здесь на гладе, нахуй. Ну, кстати, довольно-таки длинный персонаж, я бы ему не доверял. Он какой-то странный. Иосиф. Так что, короче... Все копим силы на 300 и начинаем переключаться на ветерана. А что здесь, где там есть эти штуки? Берите там вкусняшки. Да, мне пока вот не надо. Спасибо, не надо. Не, я про это как. Мы громкий Костя тогда брал. Надо кому этот какого? Фолиант, взрывчатку там. Да, фолианты мы, по-моему, в прошлый раз тут не находили. Я не знаю, где они тут заныканы. Вот этих, с этих типов, по-моему, сыпется. У меня... С мешками. Может быть, они рандомно тут сыпятся? Ну, в основном, да, вот там этот опять. Дорогу. Слышь, а, Вася! Я прям под огонь встал. Сраный уёбок. Привет, Юр. На, по мозгам. Все, пошлите. Как это тут дверь ломает? Боеприпасы надо кому? Понятно. Да. Что есть? А я уже взял. Молодец. Да, да. А еще меня, блин, с Зельцбургом евреями обзывают. Тихо, тихо, тихо. Так, уйдите все, уйдите все. Ко мне тут народ прибежал. Ладно, иди, давай, прикрыть еще. Да, походу они рандомных участков на тебя летят. Потому что здесь... Я, Серега, ты леголаз, блядь. Просто рано, да, меньше крючок было. По-любому у тебя какая-нибудь должна быть обилка, типа того, что там, ну там, до хера стрел. Вон тут, блядь, замес какой-то. Ну есть, бесконечная это. Да. И типа бесконечная, вот это, да. Ну, она заряжается и стрелы не тратит. Враги, короче, в рандомных местах спавнятся. Отъехал крыс. Папа крыс. Вот я о чем хотел сказать. Что там? Жопа крыс? Папа крыс.
Папа крыс, папа крыс. Некоторые имели малыш, папа крыс. Да. Я помню, где-то... А, аптечка дальше. Ну, тут есть мелкая аптечка. Да не, я аптечку для пацанов. Позавчатку. А что, маленькую? А, маленькую у тебя есть. Боеприпасы, если надо кому-то, то для меня. Ух. Жахни, пендер. Это не стопудово этот, как там, толпой будет. Хоть ему башку отстрелил просто. 50 в одного чувака выпустил. По-моему, надо экономить. А, не бронировать, а тут ящик бесконечный. Ну тогда набирай полные карманы. Так, вот опять этот игральная кость, которая дает бонус. Подразъебал немножко. Тихо, пидор идет. Мать твою. Эй, пидор, у меня щит стоит. О, уже поздно. Ну ничего, я с ним справился. О, блядь. Надеюсь, не его же метр. Ты чё не стреляешь, блядь? Да его типа иногда тупит, блядь. Он просто бежит за тобой и все. Так что, его типа как рабочую единицу нельзя воспринимать. Он у нас этот... Рабочий. Он у нас как инвалид, нахуй. Он в тебя отсталый. Так, уйдите все, уйдите все. Фу-фу-фу-фу-фу. Вон из класса. Сейчас их раскидаю. Да не, я их щитом вот разбиваю уже. Нахрена. Я щит вот этот ставлю и... Сэма орёт. Чук. А какая ульта у этого двора? У кого? У двора какая ульта? А, я там что-то кричу и этот... По армору получше. И чё, чё получше? А, защиту увеличивает. А? По всей команде. Да. Надо кому боеприпас? Да. Зажигательный. Есть. Не, не хочу зажигательную, я хочу такую. Кстати, пушка у меня что-то не очень. На один выстрел очень долго перезаряжается. Да, возможно, она лупит хорошо, но, блядь, такое себе. Тут надо какие-то, блядь, эти, как его, кнопочки нажимать, чтобы заебись было. Я уже не помню что-то. Где-то мы что-то жали. А какая-то кнопочка. О, я какую-то зазубренную фигню нашел. Дверь какая-то открылась. Вон там зазубренная фигня. Если да, она у вас есть, то берите. Иди вон, бери. Зельцбург, блядь. Ты взял? Зельцбург. Зельцбург взял. Лёша, ты куда убежал? Иди возьми фигнюшку. Какую? Что там надо? Иди сюда. Иди сюда. Даже Зельцбург взял. Я подожди. Ну, Иосиф-то, если... Ещё бы Иосиф-то не взял. Он у нас еврейский. У него сразу было. Чё, ты куда побежал? Какая зазубренная? Внизу, это? Внизу. А, внизу? Вон, вон, за ящиком. Вот. Что это за шляпа? Да хрен его знает. Фрагмент загубленного искусства. Понятно, чё. Загубленного. Загубленного. Искусство загубления. А, маг пришел. Ну, мы потому что тупим. Это этот, типа огнеметчик. Поехали. Получил пожар. Кстати, сзади он убивается быстрее. Поехали. Сзади, по-моему, все убиваются быстрее. И в голову. А, или в колено. Или в этот. В пятку. Колено вообще чуть прием. Откройте двери. Три штуки. Три двери открыть надо. А там три кнопки, по-моему. Да, что-то такое, по-моему. Подожди. О, я вижу какую-то. Я что-то нажал и все испортил. Я тоже что-то. Понятно, это не та вина. Так, побежали эти. Ну, вроде то. Они в любом случае бегут. Валера. Они в любом случае, значит, бегут. О, можно нажать на кнопку. Нажимай, нажимай. Там три кнопки прожимаешь. Я еще что-то открыл. И тебе счастье. Там третья. Вот открылась. А, еще одна, наверное, да. Надо кому-то на глаза надавить просто. Так. Да? Нихуя, у нас написано то, что... Открыто. Да, одна только почему-то. Может, их поочередность как-то? Не давайте знаю. Их как-то справа налево или слева направо нажимать. Тут ни одна не работает кнопка.
ни одной. Не, а сейчас, сейчас ни одна, потому что я одну поражал. Две двери открыто. Что какой-то, блядь, вот еще одна. Ебаный ребус, на. Почти крыс. Там уже значки нарисованы на двери, которые надо нажимать. Ладно. Эй. Все, пиздарик. Так, а нам наверх, наверх или вниз? Куда? Мы еще не открыли. Нам... О, погоди. Правильно. Серьезность там какая-то была. Ой, иди-ка, иди-ка сюда. Короче, одна дверь не открыта, которая нужная. Здесь. Да, только какая? Подожди, не нажимай, там же значок нарисован. Короче, а значок кружок и... Серег, кружок и три палочки вниз. Ну, щит просто такой. Раз, вот, Иосиф со мной. Иосиф, вот, да, кружок и... Как, короче, хэдкраб такой нарисован, нажимай. Да, 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 да. Справа, где? По-моему, эта кнопка. Ну, допустим, я туда пришел. Ну, вот она. Ага, что-то, что-то опускается. Все, она открылась, поднимайся. Сейчас тут крыса. Я вот тут наверху. Я вот тут сзади тебя. Сейчас. Пойдите по следу труба. Погнали в коридор. Сейчас Серега придет и пойдем. Угу. Я тут толстый еще пришел. Да. Иду, ебаный. Иду. А, ебаный урод, блядь. И че там? Сука. Там этот. Огнемеч. Он мне прям в розу месит, на. Знаете, я тут неудачно в коридоре попал. У вас же стрелковый есть оружие, чё? Так вот, я пока его достаю, блядь, он меня как раз ебашит. Ты, наверное, что-то не то доставал. У меня оно долго перезаряжается. А здесь что-нибудь можно отжать? У меня оно долго перезаряжается, и всего один выстрел, короче, оно у меня ебанское. Я его, конечно, по возможности поменяю. Но патрона у меня один. Я тут бухлишка, блядь, вообще жуть. Лечебный отвар, все одето, все уже растащит. О, идите сюда, здесь зелье концентрации есть, это вот Сереге надо. На тот боеприпас. Тут скорость еще. Где скорость, дай скорость. Вот там, где концентрация была. Это же скорость? Да, дайте скорость. Все, я взял скорость и нашел аптечку пацанам. Так, спиды ты взял, и куда нам идет? Да, вот, по-моему, сюда. На какой-то из этих ступенек. Нет, не сюда. По-моему, вот сюда куда. Наверх, чуть-чуть повыше. Да, что-то такое похоже. Зерсбург, беги! Вот они, да, нам сюда. Блять, я неправильно пошел. О! Че там у тебя, нормально? Ну, тут проход. Задний. Ладно, они там крысы крадутся к кому-то. Хотят, наверное, сзади напасть. Но они же крысы. Поэтому мы нападем сзади. Я даже могу с бочкой с кулака бить. И бочка-то это хрена. Боеприпасы надо кому-то? Да аптечка, пацанам, чё ты понимаешь? Ты сейчас будешь её, блин, до конца уровня тащить, а потом только... Ну она бесполезна. О, зелье силы, по-моему, тебе. И нормально не воспользуешься. Где? Ну, да не, мне... Крысы лезут. Где? Где? Вон они, блин. Надо где-то встать. Да, они рядом со мной. Сейчас. Да тихо, я их в коридор ебану. Нормально. Тихо, прямо вниз. Мне за мной. Опа, бухлишка, поехали. О, пришел этот друг. Где он? Я ультанул. Вот он, вот он. Кран, блядь. Куда ты пошел, Ласса? Блядь, куда я ебнулся? О, ни хрена мне столько отбегать. Вася, держи! Вася, держи! Я тороплюсь, чуваки. Вультуйте на него, чё его меня падла взял и скинул, блядь. А, у меня ж бомба есть, чё я тут делаю? Где этот гандон? О, здрасте. Так, сейчас. Ёбнулся, я не вижу. Ага. Сейчас его тоже ультану. Хули оно у меня, просто так что ли будет? Слышь, Валера, иди сюда. На меня тут крэнк нападал.
Че, это играем на кость? Сейчас, кость, да, бонус. Да. Так, еще этот вам пришел. Сейчас мы его. Ага. Блять, он меня поймал, я его хотел выгнать, а он меня поймал. Яблоки, он заебал. Что делать, я в темной комнате. Да, он меня хотел отпидрюкать в той канализации. Так, этот... Кого там рубишь? Ага. Ну, о, аптечки две большие. Одна дай-ка, большая. Дай-ка я одну похили. Одну возьму. Бля, все сожрали. Ну да. Большой семье еблом не щелкают. А если щелкают, то очень, блядь, быстро. О, вон там злодей. Где? Где их увидят? Вон, прямо по курсу. Ага, все, окей. Там большой, это для вас. Напидрючим. Сейчас мы чуть-чуть намадрючим. Это ты ультанул? Какая сволочь стреляла. Да? Чё так? Ну, кинула нормально. Они вроде тут по литому разъебывались. Ну куда? Так, кину игрушку, я нашел, куда пылить. Не понимаю, что-то куда идти. Везде как-то все одинаково. А, ну да, на вниз. О! На вниз. Я, кстати, чё, поехали? Какую-то нычку нашел. Ну ладно, уже поехали. Поздно. Кто поехали. Там вверху этот? Охотник. О, бомба! Тут их, по-моему, немного должно быть. По крайней мере, просто раз. Парни, было... бомба! А уже поздно. Ты сначала кидаешь, потом кричишь. Ну, я почти логичный. Своевременный, я бы так сказал. О, о, нифига! Ба-бам! Кто-то бьёт в глаз? Ну. Тихо-тихо. Оп! Там Иосифа долго. Я Иосифа спасал. Иосифа надо спасать. Да. Но на него крысюка напала и долбит. А он тупит. Здесь зелье силы. Если надо, кому возьмем. Да, похер вообще. Аптечка. Че, пойдемте, надо кого-нибудь похилить. Надо кого-нибудь ебнуть. Куда идем-то вообще? По-моему, да. По-моему, по прямой. Херово, что тут карты нету, непонятно, куда ебашишь. О, тут крысы, да, нам сюда. Аптечка, если надо кому. Аптечка нужна кому? Он тут, блядь, Иосиф, нихуя, подошел, взял. Ах ты пидор, блядь. Еврейский удобно. Патроны. Тихо, крысы. Откуда-то звуки скорость, подозрительные. Да. Откуда лезут? Где крысы? Вон, кидай хил. А, вон они. О. Давай тут в коридорчике. Ха-ха-ха-ха. А тебя куцает эта фигня? Нет, не куцает. Я тут их в огне убиваю героически. Ну, ты один поход. Тихо-тихо-тихо. Я не успеваю их убивать героически. Все, давайте, я скорость прожал. Я тут их подкинул немножко. Кстати, во время скорости он быстрее бежит или быстрее еще и топором орудует? Быстрее бьет. А, ну это хорошо. Тебе в кору тогда. А, вы там все, где? Короче, я так понимаю, это финиш, да? Да, вроде, конец уже уровня. Лайпало. Надо еще кому-то хилка. А я спер себе. Главное, Иосифу не давайте. Он обожрется нахуй. У него одна большая, блядь, и он еще полностью подхиленный. Главное место. I see. Надо еще там что? Что тогда, запускаем или что там? Тут боеприпасы. Что, заводи, я пацанам... Подожди, я пацанам хилку взял. Надо посмотреть, тут, по-моему, если не ошибаюсь, в одном месте... О, да, фолиан. Фолиан был. Взял фолиан. Видишь как? Они находятся всегда в одном и том же месте. Это надо запомнить. Запомните, закрепить. Что, где? О, здесь нам есть куда? Зажигательная бомба, зелье. Что за зелье? Сила. Загубленные искусства. Ну ладно, возьму. О, еще фигня. Конечно, есть смысл, блин, это дело осматривать.
Да все, мы там посмотрели вокруг. Угу. Там вперед. Давай вперед. Вниз. Долгая прогулка. Если надо, то уберите. И еще аптечка. Нас не зря кормят этим говном. Значит, надо хилиться. Так не лезет. Ну, да. Вот, мне мелкий. Есть, полезет. Ладно, я не буду хилиться. Так разберемся. Да, не та сложность, что хилиться. Они тут с двух сторон сейчас попрут. Давай-ка я на мост стану. Мне так подручнее. Главное, чтобы не спихнули. Да, поэтому я чуть-чуть подальше моста стал. Ты кто а, это ты так парень? Делает? Меня там одна курва душит. Кто-нибудь стрельните в нее. Она тебя вниз. Я Иосиф спас. Да? Какой Иосиф, блядь? Ладно, пойдем туда по прямой. Патроны. А, странно, ни хрена нету. Не в этом. Бен Склад, привет. Спасибо за лайкос. А, короче, Тостер, ты знаешь, да, как тут действует? Не. Yeah. Поэтому тут... по кругу, в центр круга не входим. Бегаем только вокруг него. Вот эта зеленая жижа дамажит. Ну, бежим и просто вокруг, мочим, просто, да, да, мочим все. Там вот эти вот петухи на пьедесталах наверху, их не убей. Так что даже не пытайся. Ну, они сами откинутся, по-моему. Вот Иосиф, блядь, в центр круга встал, как дурак. Ну ладно. Это же Иосиф, он у нас этот. Кто мой, кто аптечку взял? У него бедный башку. Я ее скинул, по-моему. Так, погнали, ловим. Надо, чтобы они сюда уже мертвые падали. Кстати, крыса эта хуйня не дамажит. Еще бы. Так, да. Тупо по кругу бежишь и мочишь. Да, да. О, нормально, кто-то. Пробовали мы этого петуха наверху замочить. Хуй там плавал, его, блядь, ничего не берет. Он бронированный. Он потом просто исчезает и всех тупой. Бля, вот и Иосиф в натуре нахуй еврей. У него, блядь, полные жизни, его никто не ёбает, ему похуй. Он забегает в центр круга, его никто не дамажит. Ну, короче, блядь, охуевший. А вот теперь я его типа спас. Мы с ним квиды. Он жирный, потный квид. Тихо, тихо, тихо. Главное в центр, блядь, не заходить. Я чё, я стою на месте. Это падла тут сзади, херайся. Бля, Иосиф вообще носится повсюду. Да, он носится, его ничего не берет. Он хоть и блондинка, но, блядь, запасливая. Ну. Ты запасливая? Да. Ну нихуя он там себе схватил, заебись его. Ау! Сколько? Бля, мне похилиться бы помешало, но я думаю, да, я доживу. А, нахуй. Блядское говно. Ни хрена, он долбанул по мне. Так. Слева в печень никто не вечен. Так, там крыса пробует. Давай-ка я попробую похилиться, может успею. Только я не успел. Твою мать. Я не успеваю похилиться, блядь. Ну, я не думаю, что мы... У меня жизни уже маловато. Я не думаю, что нас отъебстает уже троих как-то. Да все. Но... У меня аптечки нет, я тебя помчу. О, там кто патроны имеет? Пулеметчик идет этот. Space Marine. Где? Ага, я все, я... А, ща. Меня душат. Ща я ему поясню. Меня душат, писяном. Там, пояснили уже, да, этому пулеметчик? Конечно. Ну, хорошо. Тихо, 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 там вот, да. Снизу пруд откуда-то. А, надо выбираться через мост, чем мы тут купим? Я вот все подняться не могу. А зачем? Да. Надо сваливать. Ну. Да, да, да. Я иду просто тут долговато все это происходит. Подожди, я что-то вообще от вас отстал. Так ты куда-то это? На. Он хотел всё, вернуться на старт. Я догоняю. А, просто вот сюда надо идти? Вы уверены?
Ну. Да, 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 да. Значит, я вон запутался. Этот. Тут местами значок немножко одинаковые локации, так что. Значит. У нас же есть ебаный значок, но это за совсем отбитых, наверное. Не пойдет. Не пойдет. Я тут по приборам шел практически. И мы счастливы! Призыв распада. Солян-то не взял? Да, я взял. Бля, вот обидно, что я в этом круге не успел похилиться. Они как пидоры, блядь, окружают, нападают толпой, пиздос. Вот если ты колбочку взял, она сразу применяется почти. Да, да. А у меня большая залупа была. Я и терпел до последнего, блядь. Поощрительный сундук хотел, блядь. Хорошечно. Улучшение сунда. Палеонт. Трофейная игральная кость. Дар Рональда. Рональда. Видно. Ящик мещанина. Получите, распишитесь. Что-то я даже меньше Зельсбурга нахерачу. Надо брать назад пушку другую. Да. Что-то у меня все зелененькое. Бот. Как так получилось-то, что бот наебашил больше, чем ты? А потому что я со щитом бегаю. Так а нахрена он тебе нужен? Хоть захотелось. Он же вроде особо не дамажит. Разве нет? Ну ты типа это, ты типа танчишь. Что-то я не заметил. Чтоб ты там особо танковал. О, нихуя, мне все три синие дали. Такого не было еще. Такое не представилось возможности. Это, блядь, нонсенс. Мне две синие и зелененькую. Нормально. О, лук нормально, пиздел. Кирку дали. Майнить по дороге. Надо фиолетовые шмотки, это я точно знаю. Заебись. Так, погнали, вскрываем карты. 54-49, вот уже щит с мечом у меня покруче. 43. Так. 39 вообще. Пойдет, ну. Теперь у меня щит и меч. Теперь у меня щит и меч. Так, я готов. Пуху чуть поприличнее, смотрю, запилили мне. Паша Виноградов. Здорово, Павлик. Спасибо, спасибо за поздравления. Ну я смотрю, тут мне всякой дичи накидали, но неплохой. Я тут поразбираюсь. Запускать. Вот там тоже утилем занимайтесь, чтобы потом на это 2 часа не тратить. Ну-ка, давай я попробую. Что там, средство преображения, создание? Да, ты это. Да. Прикольненько. Круто, что там у нас на их, да? Брутальный пират. Что там, Серега, закупаешься у старьевщика? Шмоточками? Да, думаю, куда серебряный потратить. Это ж просто шкурки, как бы. У тебя будут просто другие перья и все. Будете фапать сзади меня. Ну да. Воу! Кстати, ты, Серега, за телку играешь? Или это какой-то... Или это какой-то этот, как его? Кто он у тебя? Я думал, эльф просто. Чувствую себя. Это телка. Эльф. Кстати, вот серебряные залупки-то, они, блядь, не появляются нихуя. То есть, короче, серебро не так-то просто вообще надыбать в этой игре. А за что его тогда дают? Может быть, за какие-то определенные задания? Может, ковать надо? Может быть. Что там, у всех все? Вы все сделали? Да, все. Да. Все? Давай, я запускаю. Четвертая миссия. Кстати, погоди. Что-то у нас 188 всего. Что-то не густо, кстати. Тин-тин-тин, там вообще. Силы, что-то вообще. Что такое? Я какие-то два пистоля взял. Зырны? Ты зырь вообще лазала. Город во тьме запущен.
Чё ты там взял? Правда, они греются. Да вот. И ладно. А. Сейчас правда, нагреваются. Главное, чтобы тебе патронов хватило вообще на адекватно ими пользоваться. Они греются, они беспатронные. Там просто ствол перегревается. Два прикуривателя. Тогда как вариант, их, возможно, можно будет улучшать. Будешь их прокачивать. А пока я думаю, на этих уровнях что-то улучшать вообще бесполезно. Это запонятно. Если что, запомни и прибереги. Потом будешь стрельбой по-македонски увлекаться. Двух рук надо. Я пока себе нормального оружия. Я пока нормального оружия особо не выбрал, но. Щит, меч. Не, я вообще он как каноничный. Каноничный, я с этим. Ну, двор мотыгой. Каноничный. Наверное, тут ему делать нет. Почему шахта, майнинг? Что? Все как надо. Я домой вернулся. Honey, I'm home. Каноничный дворф этот. Стрелок с Техаса. Прыгаем вниз. Че? Так, кстати, не как в прошлый раз. Спуститься что, не судьба? Блять. Вот так. Да, главное не ёбнуться, а то ты, Серега, помню, полжизни слил. Неудачный тест был. Неудачный тест. О, дайте, Серег, стой. Фига, с одной пули. Заебись. Крутые пушки считаю. Правда, оно перегревается быстро. А патроны конечные? Нет вообще патронов. У них нет патронов, они просто перегретые пушки перестают действовать. Да. Ну все равно имбово. Стреляешь чуть медленнее. Ну, если большой замес, тогда ему тут делать нехер. Ему по чуть-чуть только разъебывать сам это. Ну, если, в принципе, прокачать все это дело, тогда гораздо лучше будет это все, понятно. Так, погоди. Что у нас тут? Боеприпасы зелье. Надо кому? Зелье концентрации. Все, нет, это все Сережина. А чё, лучнику надо концентрация? Да, ну, тихо, может стрелять быстрее. О, где-то этот. Да, он уже покойник. Где этот? А, на R нажимаешь, они быстрее остужаются. Так, две аптечки. Подожди, а R да, нужна перезарядка же. Ну это у вас перезарядка, а у меня не остужаются. Надо кому хилы? Так же здесь, кстати, зелье сил. Чё? У магички, по-моему, тоже на этот. Наверное, нажимаешь, она быстрее остужается. У нее бесконечные заряды магические. Здесь, по-моему, просто раз босс был, и мы на этом, на среднячке мы сдохли. Ну, на ветеране. Так, бомба зажигательная, надо кому что? Мы дальше это уровня вон не проходили. О, да. Мы запустили просто нижний тогда. О, погнали. Сейчас посмотрим, кстати, насколько твоих куколок хватит. Да ненадолго, они у меня уже были эти. Да кто-то по мне бьет, блядь. Смотри, они могут сейчас быть и сзади. Они тут любители, блядь, сзади поедают. Все, я остудился. По идее, надо всегда крутиться. О, там ёб пошел. Где-то этот. У меня вот обилка стоит на то, что я должен прям в толпу врываться и всех разъебывать, от этого я хилю. И у меня сила, короче, удара стакается. Как, чем больше я народу заебенил подряд, тем я шибче становлюсь. Зелье силы надо кому? Не, да, тебе, по-моему, нужно. А, вроде. И так сойдет. На, тебе в спину просто. И Иосиф спас. Большая аптечка есть. А ёб твою мать, ты сдохнешь, нет? Какой-то долбоёб. Он настолько тупой, что даже не мог умереть. Колоду с Архейма, она вниз или наверх? А нет, там туда. Ещё бомба. Кому бомба? Я бомба, дай бомбу. Погодите, нет какого. Не спрыгивайте пока, я сейчас. А, ну всё, тут тупик. Чё-то вот здесь, по-моему, нихера мы тут. Фолиантов нашли еще. Да что там, мы как-то тут и лутались так себе. Я тут рычаг дернул, погнали.
Зельсбург, пошли! Да Иосиф, он сам по себе, у него там своя атмосфера. Не, ну все равно нужно же позвать, а то как-то некультурно. Да ничего, не соскучится. Он умственно отсталый у нас. Ебаной. Такое ощущение, что у меня из члена пули летят, а этот остров сзади бочит. Бля, прикольная фигня, конечно. Да-да-да, ты побереги эти пушки. Они забавные. Хреново то, что нельзя схватить пушки, ну и допустим что-нибудь еще. Ну чтоб совсем, знаешь, пожадничать. Такой, разве это пушки? Вот это пушки. Да, разнообразие. Я тут еще туннели какие-то. Пещера по фанфурика. О, пойдем-ка по фанфурикам пройдемся. А завтра что у нас? Какой день? Завтра пятница. Блин. Пятница. Кто-то ему ебало поджег. И ничего. Будто гниющая плоть. Так, да, толкайте тележку. Кто-то в пещере напердел, слышите? Кто нарукал в отсеке? Так, по идее же надо рычаг, да, по этому? Надо рычаг дернуть. Ну да. Я вот, нихуя он не работает. Ну, по-моему, в прошлый раз два пидора появлялись с двух сторон. Или со мной. Откуда вот эти вот звуки посторонние? Вот они летят тут. Я тут, короче, подстаю, наверное. А, нет. Такой не катит. Значит, они спереди должны лететь. Походу, не придут. О. Не, вон, идут потихоньку. Чё, конченые, что ли? Они так лайтовенько лезут. Нехотя, короче, вальяжно. О, тихо-тихо, вот этот пидор опасный был. Сука, еще и, блядь, на это, нахуярил. Так я похилюсь. Оп, иди-ка сюда. А у тебя что, еще пистолеты поджигаются-то? Да. Вот, отлично. Они когда, правда, сильно разогреваются, я их остужаю, мне тоже урон наносится. Небольшой, но тем не менее. Ну ладно. У нас будет человек кремация. Что, они опять лезут? Что хотят? Погоди, по-моему, мы, значит, эту тележку не дотолкали, может, просто вот и все. Может, не ту тележку, да? Вот он. Да тут. А, ее нужно передком толкать, чтобы она нормально, блядь, двигалась. А я ее жду, думал, она автоматически подъедет. Хуй там, метро так не работает. Метро так не работает. Нормально. Сейчас мы ее поднем. Так, теперь... Поднимите нужно... бочку. Да, бочки надо собирать. Лежку укладывать. Чё, куда их? Просто дай их. Берешь бочку и телегу кладешь. И укладывать левой кнопкой вашей. Всё просто. Все бочки взяли. Я взял. Ну, я одну уже положу. Я не нашел ни одной. Я вам нашел одну. Я еще тут. Я уже взял. Еще одну несите и все. Все, я несу. Ну, я возьму запасную. Это последняя. Вот аптечка пацанам будет. Мне прикуривать нечем. Я ее куда-то в стену кинул. А я прикурю, да. Несцы. Все, дергай рычаг тут. Окей. Сверху нельзя? Не-не-не. Сквозь него. Бам! Дурной какой. И дай пацану прикуриться. Да тут их мало. А, ну все, у него. Надо еще стрельнуть по ней. Но так не работает. Ну, первый раз задержка, а второй раз с ней стреляешь, она взрывается. Найдите тележку, смотрите. Вы что, тележку просрали? Она же вперед поехала, разве нет? Свернула ли? Метро. А вон сверху какая-то херня подсвечивается. А что за задание такое странное? Найдите тележку.
Он сверху что-то подсвечивается. Угу. Эй, ладно. А, это сундук какой-то. Там, смотри, что он. Хилки нужны кому? Хилки, зелья силы. Зелья силы. Вот, лежит в сундуке. Зелья силы можно надо кому. Где хилки-то? А, вот хилки. А, я помню, тут, короче, крысы будут с двух сторон лезть. Поэтому желательно коридорчики ебашить. Помогите! Что случилось? А все уже. Хотел на свидание свалить. Рандеву с крысюкой. Странный у него вкус. Ну да. Не у каждого, я бы сказал, на дворфа встанет. Такое себе маленькое. Да, да. Хорошно. Низко рослый. Так-то вообще это статья, если маленьких любишь. Не, ну по росту, по росту. Я бы, да, я бы по росту мерил. Если у него, допустим, ну, просто врожденная карликовость, то не зашквар, короче. Воропашку проверяем. Надо в жизни все попробовать. Дрючить карликов, это, конечно, такое себе. Ну а что делать, если хочется? Кому-то нравится душить себя и дрочить пальцем в жопе. Фу-фу-фу. Что-то где-то мы не там свернули, по-моему. Включите тележку. Да какая тележка? О, я что-то нашел. Ребят. О, а вот и тележка. Куда? А, нам просто надо было вниз упасть. Как мило. Толкайте ее кто-нибудь членом. А давай быстрее, блин. Там еще крысюк впереди зацепился, наверное, из-за этого они разгоняются. Подожди, да, дай-ка я попробую эту тележку обогнать. Не, не получится ее. Бля, ну, ну почему? Я бы хотел впереди бежать, просто их разъебывать. Бля, я больше застреваю, но. Так, мне сейчас. Кажется, или иногда крысы по-немецки орут? Бля, тут не видно нихуя. У них глаза красные. Вот, по-моему, в прошлый раз мы тут подохли. Потому что не видно никого. Тихо. Меня Нурклит хочет. Все, я его разъебал. Бля, тут не видно. Возвращенец. Надо дернуть, да, вот это дело. Короче, телега, я так понимаю, освещает весь путь нам. Весь интерес и неведение. Ну вот телега не дает пройти вообще нормально. Они сейчас будут лезть стопудово с разных сторон. Это же, блядь, крысы. Переход. Вот прямо в кучку. Тут по правую сторону еще крысики. Лечебный там надо кому-то. Он дух лежит. Да не, лучше что-нибудь такое, типа этих. Тебе бы что-нибудь отпало? Тебе надо льда с собой, да, брать побольше, чтобы они не перегревали. А что, вы наверх прыгаете, что ли? Угу. Там сейчас Иосифа кто-то заюзает. Да, блять, он стопудово сам себе похилит. Вон у него, к тому же, я вижу, хилы, почти целое здоровье. Не, бот сам по себе, короче, он у него своя жизнь. Это тревожная музычка играет. А, ну понятно почему. Постреляет тоже в толпу. Не, ну пуха, конечно, у меня пососная вообще. Кстати, а их тележка не собьет случайно? Да должна. Не, нихуя. Я вот вижу их, не разбил. Ну, значит по-македонски. Да, да. Просто на лоб, может, ебашим. Вентиляционная шахта Эленберга. Видали Эленберг. Видос? Да. Видали видос про пультик Эленберг? Что-то знакомое, я помню, но да, не могу вспомнить. Ну что-то отвратительное. Да, да. Там чувак бабе своей. Ну не своей, какой-то бабе чувак. Пультик Эленберг пизду засунул. Ну, от телевизора, короче, пульт. Это сегодня праздничная тема. Я помню, что какая-то мерзость. А какая я не помню. Фирма пультика была Эленберг.
Так, надо кому что похилиться? А вот они реклама на канале. Хилюсь я тогда, пока вы тут болтаете. Кстати, хочу обратить ваше внимание, то что мы не собрали ни одного фолианта. Вот я о том же думаю, что загубленные больше плохо. Иди сюда, Серег, ты где? Че, я нашел тут проход. Падла, падла. Там здесь загубленное искусство, иди сюда. Ладно, да? Нормально, мы я просто думал, вот здесь где-нибудь а, есть. А, ёб твою мать, он бешеный. Фолиант. Фолианта тут нет. Что-то я вообще вот потерялся. Тут, да, вот. Ага. Да, спасибо. Где-то этот, крыс. Че? Я тут кого-то убиваю. А вон Леха там с ума уже сходит. Да, вон тут они да, находятся. Лёха. Я так понимаю, мы уже подошли как-то к концу. К логическому, блядь, их завершению. Блин, что мне попал? Кого-то, нет еще? Ах ты ж сволочь! Там тебя поймали, что ли? Крыс за жопу сходил. Тихо, тихо, тихо. Надо кому бы боеприпас? Да. Тут еще хилы. На всех есть, кстати. Хилки большие, надо кому? Нет. Нас о, не зря... дай я хилку возьму. Нас не зря кормят. Я похилю. Сейчас босс будет. Трех патронов взял? Так, а я особо ими не пользуюсь, у меня оружие пососное. У меня один выстрел, который очень долго перезагружается. Мне кажется, он у тебя по площади, когда вблизи толпа бежит. А, может быть. Ну, такое себе, надо что-нибудь пошустрее. Все, полезли. Я, короче, к куче бегу сразу. Будем стакать атаку. Блять, я уже со всей надежды ну отвернулся, думал не полезу. Ну что, псы, не ожидали? Пошлость, звенящая пошлость. Звенящая пошлость. Кому-то пора удалять свой канал. Сначала сделай какую-нибудь хуйню, а потом иди. Миллионы ошибаться не могут. Как они идут. Удобно по коридорчику бегут. Только разъебывает. А нам туда открыт. Может и пойдем? Да пойдем, пойдем. Не сы, я тут. Они так удобно бегут. Да, да, да. Прямо вот коридорчика. Пил, пил, пил. Я до него даже добежать не успел. О, ты че там такой дерзкий, а? Сейчас мы его ебем. Я, наверное, хуй попал, да, в него? Что-то он кричал, кстати. Нет, пуколка, конечно, у меня пососная. Надо прям что-то добавить. Да по-любому у тебя пулемет есть. Да, да, да. Миниган, ёпта. Место ритуала, нам сюда. Уничтожьте алтарь. Уничтожьте алтарь. Да, надо хилиться кому. Я мелкую подберу. А, я похилюсь. Я похилюсь. Большая надо кому? Я взял что-то. А, тут еще есть чего. И патроны. О, бомбы. Я патронами не пользуюсь. Короче, я тележку двинул. А, мы эту телегу. Ты. Мы эту телегу с бомбами толкаем к этому алтарю, чтобы его заебать как следует. Я хочу что на тележке поездить. Да, было бы прикольно, кстати. Все заново. Так, красиво подойдет. Все заново. Шлюха из Москвы. Куда телега-то покатилась? Я думал, она наверх поедет. Она в бок куда-то ломанулась. Ну, значит, нам наверх туда, где свет. Ёпта, падла. Где эта гнида стоит? Сука, он там вообще за перегородкой. Твою мать, кто долбит? Да все, все. Толкаю дальше, короче. Крики. О, бегут, бегут, бегут. Кто поебывает-то меня? Подожди, сейчас я очень вас спасу. Все вокруг, я вообще не понимаю, как происходит. Да. Ждарец. Блять, а хуй успеваю вообще. Он медленно держит. Опять этот. Девастатор. Девастатор? Ебанули. Ну, девастатор, да. Дюна. Спасибо. Дай.
Старокопичники. За Харконинов, когда ломаешь, там был у них танк, где у нас девастатор. Да. Там, да. Самый пиздатый. Самый... Ну, как? Ну, один... Еще Соник танк был, ничего, но он просто слайпил. Это, ХП мало. Соник же был у этих. Позвоните к обеду. О, трейдер. Че, давай отобьемся, потом звонить будем. Или че? Или сейчас позвоним? Давай сразу. Да звони, ёпта, куда ты, че? По шестей за место стоит. Конечно. Кто позвонил? Полные карманы, гранат, аптечек. Иосиф позвонил, нихуя пидор. Он у нас беду накликал. А, ты на нас беду накликал. Че так мало, дайте больше. О, пришел к вам чувак. Что вообще ничего видно не было. О, пидор. Жирненький, ну по яму его разъебываю. Да нахуй, мол, так вот говоря. Че его, ультухочка ебануть. Вот точно вам, пацанам, поражать надо. Мегатролль. О, я нихуя не вижу. Че ебать? Ладно, че, будем стрелять на ощупь. На нахуй. Терялись, я что ли? Вырубил. Да нормально. Он просто мне в рожу наблевал, я ничего не видел. Это было временное помешательство. О, кофейный котик. Так а что, надо куда-то выше эту телегу толкать или что? Перейти мост. Бежим, пока не рвануло. А, надо текать. Игра нам любезно предоставила возможность съебаться. Все, значит сюда. Нет, ни хрена не сюда. Здесь тоже тупик. Ладно, куда? А, подожди, может быть повыше? Нет, нихуя. Мост сломали. Походу, нам вот туда, откуда бегут. Нет? Мост сломали. Нихуя их там, блять. Выбирайтесь через мост. А, и... бежим. А, ну и патронов нет на этих. И дверь закрылась. На кого у тебя нет патронов? Там шестеро или сколько? Я им там нормально влетело, пацаны. Да там. Ну такие вот здоровые 6 штук, по-моему, вышло. Так надо их разъебать, просто пойти. Так им бомбой разорвало очко. А, вот, хорошо. Значит, правильно просто... использовать. А, ну все, конец левела, а че? А. Я бы еще побился. Ну, в смысле, именно на этом. Блин, этапе. Вот почему уровень сложности, вот можно было бы выбирать, чтобы их средний, больше, да, просто было. Чтобы их было больше, чтобы прям вот вообще прям вот. А это, наверное, мод есть такой. Но мы пока без модов. Акт первый, ну хрен знает. Может быть, их побольше и будет, но только чуть-чуть попозже, ну как бы имейте вот терпение. Вряд ли, наверное. Скорее всего, с модами там. Да. Чтобы вот их просто было, чтобы аж от души. Разблокировано очко таланта. Очко. Ключевое очко слово. Ключевое слово очко. Так, трофейная кость. Две штуки нам набрали. Но фолиантов нихера не набрали. Чалька. Ну, главное, очко дали. Да. Все куца, хуй пса. 195. Это у меня маловато как-то. О, я хоть нормально приблизился к ДДшнику. Рубахула, привет. Рубахула. Я вообще русско. Да, согласен, мы тут толпой поебываем. Рысюк. До этого тебя там в этой предыдущей игре, да? Что-то я правда меньше всех набил, мне аж обидно. Че за? Тебе надо что-то, чтобы быстрее мочь. Да. Например, пулемет. Или какая-нибудь напалму. Ожерелье. Расти восстановление, сопротивление проклятия. 15. Так, ну все вроде. Давай, пизду. Сейчас посмотрим, что лодануть можно. Что-то как-то все пососно выпало. Да. Такое себе. А, подожди, вот характеристики. У меня арбалет выпал. О, у меня, по-моему, пошустрее пуха будет. Ну, это не точно, конечно. Но вроде как. У меня, уже скорости, кстати, 202. Там не пишется разве? Быстрый огонь. Не написано быстрый огонь лука. А вот ну, я вижу то, что тут, блядь, дохуя стволов. Значит, соответственно, будет быстрый огонь.
беглый. Так. Либо по количеству боеприпасов, смотри. А, и так сойдет. Ладно, все. 208. Сейчас я тут распилю всякое. Я смотрю, тут... Опа, мощнее выпало. Я смотрю, тут уже серого почти не накидывают лута. Там же собрали мы нормально этих всяких. Так, да. Таланты. Смотрим, на 40% больше урона врагам, выведенным из равновесия. Каждый удар по такому врагу увеличивает счетчик потери. Хуйня какая-то. Первый пораженный враг всегда теряет равновесие. Увеличивает общий уровень силы на 7%. Не очень... А, ну вот. Да, да. Возросшая сила. То есть на 7% у меня в любом случае сила будет больше. Вот это дело мы хорошо закрепляем. Так, у вас там что? Все нормально. Сейчас, погоди. Сделаем. Что ты постоянно, Серега, к этому торговцу бегаешь? Да я смотрю, как одеть на него. Дай ему лысину долбану. У меня лысина бронебойная. Сраный пидорский урод. Ну вот это вот хотя бы пошустрее стреляет. Нормальная опуха. Ладно. Будем долго, наверное, а как бегать. Вот эти штуки, слышишь? А как вот эти очки серебро зарабатывается? Вот это я так и не понял. В начале игры их дают 750 и все, и потом больше я вот не видел, чтобы что-то. Вот давать. Здесь есть какие-то задания от Аркадия или от Окри. Окри, да. Ну, Аркадий, Окри, какая хуй разница. Да, действительно, совсем Аркадий. Похожие имена. Окри и Аркадий, блядь. Да. О, забрать награду. Мы тут что-то сделали. 5 серебра. А где забрать награду? Я тоже хочу забрать награду. Ежедневное нажми. А, да, смотри. Забираю. Есть еженедельное, есть ежедневное. Пёрочка серебра прилетела тоже. Угу. Серьезно? Да, еще тройка. Yeah. Да, короче, ты нажимаешь на этот, как он, на ежедневное и забрать награду. Еженедельное даже можно забрать награду. А что вы молчали? Ой, еще 50 навалили. Понятно, короче, ну, что тебе? Хуй знает, какие-то выполнил штучки. Питание еще. Сундуки дают тут, кстати, где звездочки горят? Загубленное искусство, забрать награду. Кстати, сказать. Плод веры, что это? Предмет какой-то. Еще какой-то оплот веры. Сейчас мы как оденемся, как дадим всем дроздам. Так, герои. Вы тут, кстати, да, вы забирайте награды, тут до хрена что дали, короче. А где? В этой фигне? Да, где там у тебя... По списку слева. Где, ну, как на этом, как на мобиле это происходит. Есть сверху, где вверху тебя... задание, есть испытания. Где у тебя звездочки горят, везде тыкай и забирай награды. Ага. Тут нихуя тут сундуков. Понял. Сейчас мы налутаем тут что-то. Всякого говнеца. Сейчас куплю себе костюм с отливом и в Ялту. И в Ялту. Да. Жопа мне плоту гонять в бассейн. О, кстати, да, навалило. Пиздец вот этих сундуков. Умигат. Нормально, что-то. Тут испытаний, походу, я, блин, такое ощущение, как будто я тут неделю в нее уже играю. Здесь вообще безвылазно. Сундуков нашвыряли. Халява, халява, взять. Да, да, чужое, халява, взять, взять. Бля, как долго эти сундуки собирать, походу. Ладно. Что-нибудь так побыстрее, нельзя анимацию сделать? Да, да, было бы очень круто. Прямо вот толпы, знаешь, там 18 сундуков хуяк забрал. Бля, кстати, если на пробел нажимать в момент того, как сундук появляется... точно. Смотри, какой лафак охуенный. Прямо заебись, ты придумал. Так, ладно, в героях у меня ничего нету. Так, вроде все. Вроде все сундуки забрал. Так, предмет. Я очень готов. Погоди, я. У меня сейчас только, блядь, лута стартую. Будет. Я сейчас затрахаюсь стартую. Его, наверное. А, я сейчас подойду к инвестицию. А вы стартуете. Тут... Да, мы сейчас... Кто-то там тоже не году смотрит. А, подожди, надо же подойти туда. Да, надо подойти и позрывать все, блядь, сундуки, а потом только...
А потом, ни хрена, у меня 19 сундуков накинули из Дарики. Это надолго. Одновременно все эти штуки, три скрывать тоже на пробел. Угу. На пробел, короче, лайфхак на. Бла-бла-бла. Опа. Сейчас я думаю, лутом подраскачаемся. Нет смысла же правильно нам давать низшего уровня. Нихуя себе. Мне редкую, супер редкую дали. Супер редкую? Ну, золотого типа. Ну, мне тоже какой-то золотой только что упал. Сейчас посмотрим. Да надо думать, даже из средних сундуков должно что-то полкозырное выпасть. Так же не бывает. Ну там какой-то шанс есть. Да, да. 64 топор, нормально. Сейчас, возможно, если получится нормально качнуться, то на рек, на этого, на ветерана можно дергать. Парные топоры. Бери, кстати. Бери, кстати, наверное. Я не знаю, что-то. Есть у меня этот, открылось, у меня же там этот... Навык? Ну, типа... А ты посмотри, не навык, побил, а там. Профиль, где можно с двумя топорами бегать. Хуй знает, посмотри. Ну, так гляну. Так, ну все, наконец-то я эти сундуки пооткрывал. Ох, да. Вот. Давай, давай. Просто, нихуя просто сразу. Ей-богу, как в Хардстоун играю. Да. У меня первый уже топор, сразу сила соткана. О. Еще один. Какие-то плюшки. Ой, а чё мне все ожерелья какие-то выпадают золотые? Дайте мне золотую шмотку, в смысле топор там или что-нибудь. Да просто, короче говоря, буду брать что посильнее, а там потом по-любому появится что-то покруче. Бла-бла-бла, короче. Так, дальше. Пушечка. Нихуя, 102 только пуха одна, блядь, улетела. Но они тут по силе все расположены. Да. На 80 оружия уже. У меня тут уже оружие на сотку летит. Ля, ты вообще. Да, и амулет 95. Я вообще дарик с копыт. Что-то вы-то подзатянули. 241. 96. Короче, 250 у меня силы уже. Это я неплохо зашел. Так, создание. Сейчас я это все хуйню быстренько поразбираю. Где-то говна прилетело. Надо думать, 19 ящиков парашек. Ля, какую я себе томагавк взял, нормально пойдет. Я себе тоже, по-моему, что-то такое козырное нахватил. Сейчас будем смотреть. Нам, по идее, еще где-то каток 5, наверное, сбегать. Ну, может быть, 3 там. И можно уже пробовать на ветеранах сейчас. Потому что сейчас уже будет... Нет, не камильфо их так разъебывать. Так, ну все. Такое себе, конечно, скорость возрождения. Так, ну ладно. Военная добыча. Слушай, а ты вот говорил насчет обилок там. Да, опять у меня эта медленная пушка. Фу, не, я не хочу такое. Я похуй, я молотом помочу. Хорошо. К тому же я уже все распродал, разобрал. Средство преображения. Ой, да нахер, короче. Это надо, блядь, отдельно как-нибудь сесть и смотреть, что там покрасивее. Че, ты продал свои пухи, что ли? Нет, я все, поехали. Да, поехали, запускаемся. Так,
город во тьме. Дальше ставим мы. Дальше мы ставим четвертый. Hell Scorch какой-то. Ну шо, ля? Конечно, у меня молот не очень шустро будет лупить, но пойдет, пойдет. Четвертый. А точно четвертый? Случайно не прошли сейчас? Нет, вот в этой ветке событий, скажем так, это вот последний. The same fat bastard who ordered the theft of my book collection in Ubersreich, remember? Это куча время охуительных историй от разработчиков. Все на паузе прочитали. Конечно. Что-то там про сало было. Это же Вархаммер. Ага, да. Вархаммер точно про сало. Ну шо, ля, черти, где вы там все? Да, время использовать свое оружие по назначению. Да, затишье перед бурей. Никого. Не, я видимо одного нашел. Потерявшийся. Привет. Да. О, парни, ловите. Че, нашелся? Значит, правильно пошел. Я ему башку нахер снял. Давайте, давайте, о, давайте, в аптечку, блядь. Всем сюда, всем сюда. Здесь этот, загубленное искусство. Где, 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 где ты? Где я стою? Ага. Лёх, возвращаемся. Чего такое? Все херня, переделано. Чё, куда возвращаемся? Миша, все херня, давай по новой. Там загубленное искусство у Серёги. Они тут толпой за мной бегут, блядь. Ну и пошли их по головам скачу. А как ты туда забрался-то, а? Не, там проход прямой. Ты, наверное, просто не вкоротся, и поэтому он никак это не может допрыгнуть. Блин, надо тумбочку какую-нибудь поставить. Че вы, зачем меня сюда звали? Все, нашел. Там, на лавке. А, я понял. Надо во вход, да, идти? Угу. Блять. Как куда? О, сука, у меня какая-то паза. Тут тебя... Да, да, да. Тут тебя подстрел. Мы бежим. Грозил. Хоть я тут уже... О, он туда. Жизни проебал. Не успел уровень начать. Дай налево. Все, все, я нашел. Как ты вообще туда забрался, Сереж, там не скажи. Шел, да, ушел. Говорит, вы нам куда-то сюда, я зашел. Нам по прямой сейчас, по ступенькам надо спускаться. И давать всем пизделей. Короче, вон там прыгаю. Дяденьки какие-то. Блять, даже не перепрыгнуть, ты смотри. Я, наверное, слишком тяжеленький. О, пидорки. Давай сюда. Я ему по печени долбанул молотком. Здорово, ёпта. Здорово, бандита. Мармуль, вы там сзади? Давай. Где у тебя молоточек? Да. Чем богатый, как говорится. Не, ну он клёвый. Покровали, короче говоря, будет, чем меч. Головы сразу отрубает. Что-то ты где-то? Ты сзади, что ли? Ворота я прошел. Чё, я тут... Не, я тут пацана убью. А? Ты давай к там двигай. Мы тут тоже пацанов как бы убьем. Это они сейчас будут возле тебя там спамиться. Боба, о, нормально. Там мне толпа бежит. Блять, кто напердел? Ёбните эту зверь. Я его убрал. Заебись. Мать твою. Да что такое? Ну все вроде. Где-то толстый. Ну все. Хилы надо кому? Я одну возьму. Надо хилы кому? А, ну я уже... Не, да, не знаю. Нет, я взял. У вас все есть уже. Я уже вижу. Кроме патронов. Вы куда так, побежали? Иосиф здесь. Иосиф тут. Погнали на этот, на лифт. Серег. А, да, погнали. Давай, давай к нам. А лифт? Да, да.
Конечно. Привет, Юр. Кстати, влево-вправо дрифт. Еще лево-вправо. Вон, видишь? Бля, я бы уже с этого лифта ебанулся бы и погнал бы вниз. О, тут как раз он какой жадный. О, давай, влетай туда. Расхуяривай. Ну и бомба. Сейчас длинного надо здоровенного ебануть. Вот он. Причем я этому, я здоровенному играю, люблю. Да прикольно, когда толпой. Одному уже будет неинтересно, нафиг кооператив. Соответственно. Я здоровенному мочу сначала первым ударом по жопе. Еще один. Потом куда-то по башке, потом по печени. Насколько я заметил. И никто не вечен. Да-да. Странная серия ударов. Только бьет сначала по жопе. Ёб твою мать. Так, я удачно. Я когда этого пидора, блядь, вижу, то, что он куда-то стреляет, я ему прямо в середину зеленого потока мочу. И пошел он как бы нахуй. Зажигательную, не, зажигательную не буду. А мне, пожалуй, хилы понадобятся. Что-то я начал здоровье проебывать. А я силу возьму. Я, походу, что-то не то одел. Давай, я похилюсь. Надо еще кому хилы? Блять, сзади, сука. Ёбаный идиот. На, Вася. О, погнали. Погнали, погнали. Вот тут вот уже интересней кувалдой. Да, да, да. Я тут стараюсь как-нибудь скучнее поебашить. Но они все равно немножко разбредаются. Встаньте, пожалуйста, скучнее. Да, да, да. Вот лучше ренгу, чтобы я выстрелил по одному, а мог убить другого. Тут обрыв. Главное, наверное, не пизнуть. Хотя... К нам большой идет. Заебись, давай, я. Блин, а я без патронов. О, по-моему, этого пендика мы уже видели. Я крысу. Не бошит, help me, help me. Давай, я его буду жопой толковать. Да все, у меня спас бот. На, лови, Вася. Там коин жопа его. Его подгорает, смотри. А, я уже бился с этим гандоном. Там в дебло плюется. Афина, я так и не понял, что у меня перегорело. Что перегорело? То ли от пушек я сгорел, то ли от этого. О, пидорок, на нахуй. Он там кого-то он хотел. Спарился. Да-да-да, он хотел кого-то утащить и выебать. Меня. Опять тут. Кого еще? Он натурал. Судя по персонажу. О, тут еще как спуск. Там сюда? Поехали. Губа не знаю, не точно сюда. А вы точно кинопродюсер? У вас точно прививка отходит? Погнали, наверное. Антитела. Сейчас я тебе вижу. Антитела есть? А если найду? Он там стоит одинок. Да, это попа, короче. Там выстрела. Да, да, толпу разъебывает. Но она очень медленная. Я бы пошустрее что-нибудь поставил. Мне кажется, если будет человек 15, пучку, он это, ну, все да, завалит. Да. Коридорчики, но мне тогда выгоднее стоять именно по обилке в этом. Стоять в коридоре с, блядь, с топором, да похуй с чем, короче. Так, я, да думаю, как где там кто-то, забежать. Куда идем-то? Ну, ты откуда хер взялся, Вася, блядь? Я знаю. Вниз, наверное. Подожди, надо похилить. Вниз. Может быть, в речку надо? Да, не, вряд ли. Громотечь. О, я нашел фолиант. О, отлично. Бери. Отлично. Бери, бери. Да, да. Ну там разве не в речку и на ту сторону, нет? Хер его знает, куда нам. О, тихо, пидорак. Бомба. А что с фолиантом? Нужно его как-то заюзать, что ли? Нет, его надо не просто донести до конца катки и все. Место аптечки. Зашибись, а он у меня занимает, ну, место аптечки. Да, но ты, если, допустим, аптечка тебе нужна, ты просто его выгружаешь, берешь аптечку, хилишься и поднимаешься наверх. Ну. И забираешь его. Я понял. Надо что? Бля, а чем тупим? Вот же мост. Куда?
Я тебя вижу. А куда идти не знаю. Нихуя не понял, но очень интересно. Хуяк. Дай-ка этого петушара. Я не. А, здесь все. Этот. Как-то слабоватенько. Надо большая кому? Печка. Надо кому-то. О, если там будет синенькая. Все, есть фиолетовенькая. Концентрация, это надо. Он Сережа. Это можно Сережа. Поменяться. У меня синенькая. Что там? Ты я зачем фолиан сбросил? Потому давай. Что так и надо. Вот и синенькая. Где синенькая? Иосиф, блядь. Да, Иосиф бегает. Пригожин, сука, нахуй. Подбегает, блядь, забирает то, что нужно. Не уебывает вот куда-то. И он даже этой хуйней не пользуется. И он даже не пользуется этой хуйней. Он пидорас, блядь. Он куда? Прикольно тут сделали, он собирает. О, бегут, бегут, подожди. Это надо ко о, мне. О, сель. Ща они пизды получат еще. О-о-о, давай-давай-давай ко мне. Заебись. Кучно-кучно. Некоторые даже прорываются. За мной, если что, там кто-нибудь становитесь. Ага. Я тут силу удара себе так. И да, все, да? Никто не это, вопросов не имеет. И вся толпа разъебала. О, большой крыс. Там уже покойник. Надо что, концентрация, еще какая-нибудь херня. О, синенькую взял, все, аптечку пацанам. Заеби. По-моему, еще бегут. Да, это сзади парочка отсталых. Ну, окей. Где взрыв-то? Во. Я тогда по прямой просто ебаю. О, длинный как. Смотри, что. Давай раз на раз. О, он улетает с двух подачи. Где? Я по прямой, направо где-то. Ой, налево. А, ну, по-моему, его типа. Серега там куда-то побежал. Вот, смотрю, может из полянка там есть. Ну давай, если что, гляди. Да, да, нет, второй. Да, полянка. Какая-то хрень. Нет, это что-то другое. Ну, это гримуар. Отметилось как полянка. Нет, он написал гримуар. Так а может быть первый собираешь это полянка, второй это гримуаром будет? Нет. Не-не-не, гримуаров 2 штуки, а фолиантов 3. Что-то одно, короче, наверное, лучше собрать. Так ну, все, бери, какая разница-то? Да-да-да, я так понимаю, что любой лут, он на всех как бы один. Да, вы знаете, что он делает? Он освобождает место под аптечку, но он занимает четверть жизни. Угу. Я, короче, ну, все иди ко мне, давай, иди ко мне, давай поменяемся, аптечку будешь носить за место аптечки. Я-то пожирнее. Заебись. Не, так она у всех занимает все жизни, заметь. Да и похрену ее. Потом, чуваки, это что, помогайте? Мы бежим, Лех. Ну, не торопитесь. Да ладно, мы не торопимся. Я так позову еще. Дай-ка я похилю. Че, никого нет. Нормально. Закричал. Ну, уже бомба есть. Никого, да. Хилы, если увидите. Че говоришь, прикинь. Бомба? Бомба вот там идет куда. Если хилы, кто увидит, прикиньте. Вот аптечка, да. Еще одна бомба. Где аптечка? Где я? Все, вижу. Че, ребята, как вам настроение? Я думал, мы там вдвоем справились. Да? Тут что? А, тут большая аптечка. Надо кому что? Где там? Ну, да, пойду возьму что-нибудь. Вот где я стою, тут маленькая осталась. Возьми похерься, пригодится. Где, где, где? А. Вон там, да, за кутке, короче, это мелком. Кто там, ты полян, да, короче, тащишь? Все, а, все, я иду. Да. Надо? Да нет, тут был этот огнеметчик. У меня патроны закончили. Но я его вроде завалил. Отравляющие стрелы. Вперед. Вперед, за нами Москва. Ступать больше не. Вон 2 километра. О, кадр. Гандон, блядь. Это я вас 2 ударов только выбил. Л.
Проклятый крыса. Он нам не какой-то дебаф висит, что ли? Да, на мне тоже какая-то херня с тремя точками висит. Я не знаю, что это такое. А, дебаф какой-то, похоже. Это вот этот. А, ну это дебаф, который этот. Либо гримуара. Да, да, да. Да. Значит, ах, падла, он меня схватил. Где ты? Ну, уже все. Серега помог. Зелье силы надо кому? Берите, убивайте. Где ты? Вон тут. Вон он, нам туда. Зайдя. Блин. Давайте, наверх, короче, я видел, как туда крысы шли. Надо какого-нибудь мегабосса заебашить я тогда. Чисто так ходить по городу, чтобы найти. Кому бы дать? Кстати, такая ирония. Ты ебашишь крысы, и тут же одна маленькая крыса, обычная. Привычная на вид, скажем так. Залезает почему-то в землю. А я их мочу, кстати. А чё у нас? Думаю, у нас один фолиант, а гримуар за фолиант не считается, да? Все по одному, да. Так, там пидорок. На нахуй. Ай-яй-яй. Тихо-тихо, он напердел. Блин, а только полетел. Аккуратненько. Да, кстати, вот это дело не мешало ему. Сейчас я смотрю, даже большие аптечки уже много не восстанавливают. Потому что, наверное, у меня... Типа заблочена часть жизни. Да не, у меня просто... Что-то наверное... здесь как-то очень много трупов, подозрительно. У меня, наверное, жира просто побольше. Вон тот чувак наполовину разогрета. Наполовину растаявший. Да, все, нет, сейчас... Смотрите, барл сплю, хейк в кубза. Блядь, что там мудила придумывал эти, блядь, названия? Хуй прочитаешь. Блоу Хейкаджа. Че, он шлезит, нет? Нам тоже типа хаос. Какой-то он мудак. Да все это нурглиты. Наконец-то. Эй, Вася, ты че так, блядь? Че так себя ведешь? Ёба, да че еще было, блядь? Это я бомбу долбанул. Не понял. Блядь, а где он? Работа, интересно, блочит эту хрень. А, можно издалека уворачиваться в эту хрень. Короче, стрелять, походу в него стрелять придется. Особо он к себе не дает подойти. Хуя тут можно, оказывается, так... дуплетом стрелять. Жизнь себе особо подойти не дает. Нормально так. Блять, еще мелкий тебе. Ну кто-то, значит, пускай мелких крошек, я не знаю. Или что? Серег! Серег! Тебя ты мага больше, еби этому долбоеба. Мы здесь разберемся. А я стрел-то. А я. Да я стреляю, в принципе. Тихо. Он попался тут немножко. Я все, стрел закончился. Бля, мне бы похилиться. Да я похилился, ништяк. Он хоть не регенит? Блять, я к нему только подошел, он тут же меня выебал. Откидывает сразу на конец. А заебал ты, блядь. Площадки. Ломай мышцы, да. Ломаем. Куда он делся? Ломай ему ноги нахуй. Неудобный босс. Скажу я вам. Где этот гандон? Вон он вверху. Колдует. Блин, хоть бы на арене положить еще. Стреляем по возможности, короче. Ох, нифига он. Теперь по всем сторонам. Раньше в три стороны стрелял. Так, я его по хребтине сейчас наебашу, блядь. Не дает он нормально к нему подойти. Не дает подамажить. Да ёб твою ж мать. Бля, это фигня еще атакует сквозь это. Как бы мы сейчас не спасали. На, Вася, держи, блядь. Давай, навались на него. Где он, блядь? Наверху? Где это? Сейчас мелкий пойдет. Я тут немножко разъебую. Где он? Вижу. Вон он справа. Какой там голова. Да мне кажется, он там без как этого. Ему меня... похуй там урон. У меня патроны кончились. Ультует, больно. Бля. У меня здоровье, кстати, не очень-то много осталось.
Шпигуем. Мы должны дотащить. Положить половину. Мы, блядь, просто обязаны дотащить. Дай. Тихо, тихо, тихо. Вот он. Ебашим. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Все, пиздаем. Ей, готов. Добивай эту куртку. Падают эти. Кусок говна. Подымите. Я походу умираю, когда у меня пушки этот очень сильно перегрываются. Да, да, да. Надавали мы ему по щам. Это было сложно, я вам скажу. Ну, да. Ну, мы чуть не всосали, короче. На следующей сложности вообще не да. Следующая сложность гримуар занимает четверть. Да, кстати, вот гримуары, видишь, что мне не похилится, что тебе не похилится. Да. Гримуар говно какое-то. Я не знаю, может быть, конечно, он дает охуенную жизнь. Гримуар жизни отнимает от этого. Отнимает жизнь полоску. Я не знаю, может быть, конечно, он дает какую-нибудь охуительную обилку, но я пока сейчас посмотрим. Пропит не заметил. Ща донесем. Вася, ты чё? Я все, я дошел. Молодцы, меня-то взяли. А, давай. Все. Крут, блять. Блять, а Иосиф мимо пробегал, мог спасти нахуй, а тут ублюдок. Бота, кстати, хреново лечит. И спасает тоже не очень. Бот, я бот. Его даже не видел там. Это ж ебаный бот. Получено достижение. Пилот какой-то Трикинс. Вот Дринкинс. Дринкин. Дранк или Заранкин? Да. Гримуар 200 у этих, блядь, дает. Чего дает? Скавина. А, опыт. Фолиант, гримуар, трофейная кость. Прям набрал. Решение сундука. Сейф купца. Ящик солдата. Ну-ка. Понадавали. Да, ящик солдата. Понадавали говнеца. Я, получается, ну, сейчас из очков больше всех убил. Ну, тоже, короче говоря, это дело чревато, блядь, своими последствиями. Ну, жизни мало. Угу. Дик. Жизни-то мало было. Выбор героя. О, точно, выбор героя, надо глянуть. Чего у меня там открылся? Провалять. Да. У меня а открылся он. Этот, который а потом сумасшедший парень. Бою устанавливает она единицу боеприпасов. А тут у нас что? Получаем урон на 15. Ну, хрен знает, по-моему, он такой вроде не... О, я сейчас буду вообще вот этим Гимли. Вот этим отморозком. Вася, да? Болгарный, че? Ну, а он этот, он с двух рук бьет. Ну, это типа берсерка. А у меня там, короче, просто какой-то солдат и вроде как на Робин Гуда похож. Ну, такое себе. А что-то я ничего полезного не нашел. А, что-то какой-то отстойный сундук, блядь. Так. По раскидали. О, мне дали головной убор. Раскипецки. 3. Тут у нас 99. Ну, себе. Ухо золотая. Но тоже, блядь, с одним выстрелом. Всё полезно. 97. Ну, потихонечку. Потихонечку сила растет. Я бы не сказал, что... Погодите. Этот, говно всякое, поразбирай. В принципе, тоже говно. Всё. Так, у нас что по силе-то получается? 271. У кого что, сколько? Меня? Что-то у меня ни счета, ни хера нет. У меня ни счета, ни хера нет. У меня тупо какая-то булава и все. Окей. 259 у меня. Что там? Что там у меня? 271 у меня.
Давай. Сейчас погоните. Я пока задание, короче, тыкаю. Так. Отель Йенлуй. Пиздец, нахуй они там эти какого? Такие названия пишут, ебанутые. Я запустил, короче. Подожди, я ничего не запустил? Мы еще не зашли, по идее. Странно. Йога тут. А, ну все, Колин. Давай. С киркой. У меня вообще была какая-то. Так сойдет. Я тут все заметил. Я еще не был на этой карте. Будем как. Будем первопроходцами, короче говоря. Take a wander, have a gander, and put a stop to whatever it is they're up to. We've got a lot of work to do, and stand a chance if you're left marching up and down the countryside. Симпатичный. Да, да. Сейчас по грибы пойдем, да по ягоды. Бля, он такой угарный, этот персонажик. Да, брутальный. Просто морозок такой. По-моему, дворф самый бешеный среди этой толпы. Кристаллы на спине. Да, да, да. Вот это. А куда двигаем-то? Просто по речке и все. Где отель? Да. Надо переночевать. Что значит, интересно, отель или иной? Это же не отель, это какая-то хуйта. Ну, в принципе, то же самое, что и меч, короче говоря, это булава. Только у меня щита просто нет. А нет, есть. Она и щитом не является. Ну, чуть-чуть быстрее. В принципе, так же. Это крысы эти, блядь, раскиданы. ДПС, значит, выше, наверное. Крысы по этим, по берегам раскиданы, так что давайте как-нибудь сориентируемся. Пилы нужны кому? Если еще подобрать. Тихо. Все, крысы я уебал. Шумный скирка. Вон этот, Space Marine. Пидор, пидор. Сейчас я ему, блядь. Где он? Где-то он самый, блядь, противный. Потоны, короче что говоря, которые. Которые потоком таким зеленым ебашит. Давай! Потоны мудацкие. И сюда, ля, Вася. Я тут обилочки постакались. Нормально. Расхуярим на дрова. Да сейчас кто так стрельнул, блядь? Кто-то пугнул. Кто-то пугнул ультай. О, внизу чемодан. Надо еще фиолетовый кому? Бомбами. Фиолетовую пижню надо кому? Зелье концентрации. Черт, они особо так. О, нифига, у меня... Вопящий ручей. Давай по головке пробежимся. Бьет больно. Сверху падает. Корона. Блядь, ну покинул эту хуйню. Это я. Зачем? Иди сюда. Ты бы их это как приберег хотя бы до этого, для более удобного случая, а то ты на одного моба эту хуйню кидаешь. Вообще наплевать. Вот тут надо было швырять. Вот тут дохуя. Ух, прилетело что-то не больно. Похуй. Сейчас разъебем их. Заебись. Мне тут даже не пойти, блин. Нихера он у меня быстро бьет, блядь. Это с этой, с зельем? С двумя топорами. Это не ловит. А ульта та же самая осталась? По-моему, да. Ульта меняется, скорее всего, когда ты, блядь, меня кусал. Когда персонажа меняешь, например, там же есть дварфа 3, этого 3. Да, да. И все, по-моему, 4, короче. У них ульта меняется, у каждого. Да, да, да. Здесь у меня настакивается. Ульта у меня здесь прыжок. И я кровожадный становлюсь. А так у меня основная билка настакивается скорость атаки.
Прикольно. Толпел вообще. Надо потом будет поковыряться, может быть тоже солдата поменять. Но это не точно. Вроде как нормально. Я бы две штуки топоров бы взял в руки, и мне бы вообще было бы счастье. Просто чтобы чуть-чуть... Добро пожаловать в мою армию. Просто чтобы чуть-чуть пошустрее мочить. О, вижу пидоров. О, бомбы. Так. Если крутим по дороге, значит идем правильно. С левой стороны там поебайте немножко, там отряд человек 5 идет. Гибли, как мясорубка, блин, бежит. Маленький миксер. Нихуя, вы впереди куда-то вообще уебали. Подожди, или я поворачиваю. Я уже запутался, куда бежать. Смотри, где мох растет, там мы. Да. Надо идти с север, с подветренной стороны. О, патроны наконец-то. Бляха, у тебя за тобой сзади крыс бежит, и ты... Да, и вот его ебать, я вон на толпу пытаюсь с этого ломануться. О, Серега. Там наш... А, Серега там этот... Серега, у тебя опять... Что-то меня разъебывает. Серега, у тебя опять десантник убивает. Еще один хотел меня принять. Серега... Один. Ну я на правильном пути, по-моему. Серега, у тебя опять система не гудит, я вижу по этим. Жу, вот эти звуки. От тебя. Все, пропало. Меня тут чуть не закрысили. Куда вы ушли? А, я не знаю, куда идти. Нам куда? Я потерялся. Я уж потерялся, за мной вот Йосик бежит. Что там, да, на вот про бомбу? Мне еще кажется, непонятно, кто мы бежим. Побежали куда-нибудь. Не, вот там точно сюда, вон патрули ходят. О, все, значит сюда. Сейчас я вас догоню. Зимний патруль. Попытаюсь. Я пока обстреляю. Ай! Кому-то в жопу долманул, походу. Камон, блять! Бля, я бы их тут подловил, было бы угарно. Нормуль. Еще есть. А, конечно, тут еще рядом с нами его, наверное. Нормально, нормально. Дофига. Тут я дальность удара не могу своего, бля, нормально разглядеть. Он прям рядом с собой бьет, только будто вот на метр длиной. Машет. Бля, интересно, тут оружие в виде косы есть. Было бы заебись их косой истреблять. Ну не там. Знаю, у меня есть вот такая штука. Бам! И Осип угарно там. Бам! На пригорке стоит, просто отстреливается нахуй. Я тут еще патроны пополняю. Это... Ребята, вы че думаете, все так? Какая-то немножко вот странная кусок. Карта. Надо кому боеприпасы? 300 стрел. То есть у тебя с тобой 300 стрел будет? Нет, да. Я просто потратил возле бесконечной бочки. А сколько ты сейчас с собой стрел можешь таскать? 100. Сотка? Ну что-то маловато. Я там видел, как ты в толпу, блядь. Надо похилиться. Толпу выпускаешь. Ну они слабенькие там, и летят во все стороны. Так, быстро куда идти-то? Куда идти там? Я что-то постоянно щиток путаю, блядь, в этой карте. Пройдите через дикие земли и все. О, крыса. Надо туда, походу. О. А, ну вон они достают. Да-да-да, вон к ним. Буяк. О, я вижу, куда. Там, где огни горят. Полян взял, да? О, кто-то гриму этот. Полян взял. Серега взял полян. У меня жизнь есть у нас, а вон и аптечка. Так, я их хилюсь, короче. Отлично. Чё, нам в шахту? На долке не ходи. Где-то этот, крыс-прыгун. Учитель. А вон я его вижу. По-моему, принтус носится бешеный.
Че, я его разъебал? Во-во-во-во-во, ребят. Полегче. Коридорчик бы. Коридорчик бы. Все? Готово. Кто тут у нас? Софийная игральная кость. Берем. А, зеленые аптечки. Надо кому-то. Ну, я бы... Блин, там это... Непонятно опять Space куда Marine. Идти. Ща у меня. Чё, как там у меня? Вот он такой. Он подох. Кто-то в него попал. Фига ты прыгаешь. Да. Всё? Я хочу найти какие-нибудь эти улучшалки, чтобы этот скилл побыстрее откатывался. Может, с уровня будет. Понеслась. Видимость так себе, но пока идем по приборам, блядь. Ебаной. А у нас что? У нас ебаной. Нашел зелье на скорость, это вообще хрясь. Опа, опа, опа. Тихо, тихо, тихо. Тут вонючий, блядь, урод. Чуть не это, не долбанул толпу куда-то. А ёпта, ты дурак. Так, лидеры просто считали. Все? Там отбился? Бегу к вам. Тут еще пара грязелюдей. Грязелюди. Надо вот сюда, походу. Они вот отсюда прям бежали, я видел. Че надо тут? Куда? Кто-то пиздел. А, что это? Спринтер. Блять, он прям на меня арканул. Главное, на той стороне не это. Ёба, это чё? Это боссно. И чё тебе, зачем пояснить что-то надо? Ааа, где ты, блядь? Всё, он сдох. Заебись. Я тебе, блядь, башку оторву, сучок, нахуй. Я хотел за ним спрыгнуть и убить его еще дальше. Помешательство? Нет, это я туда прыгнул. А, сам? Самовыпилиться решил? Ну, это этот. Акт самосожжения, да, такая хрень есть? Ну, помутнение в этом в голове было просто, ничего, что. Ничего страшного. О, еще какой-то жиропас. Этот пидор он тянет постоянно к себе. Там у нас маги такие местные. Зажигательные, надо кому-то. Бля, вот этот парень мне нравится больше. О, аптечка. Бля, легалов-то главное мочат. Стрелами, чик-чик-чик. Ну ебать, хреново, то что только стрелы кончаются. Были бы бесконечные, ему, да, наверное, цены не было. Все, напоминал бы имбовый был. У меня вот не нужны стрелы. Мне нужно просто, блядь, быть нахуй. По-моему, еще магом довольно-таки просто играть. Не, он там сильно быстро перебивается. А... Может быть, со временем, наверное. Ну да, так... со временем, конечно, качаешься, и он пироман. Он должен ебашить на площадь, на хуёщить и так далее. Mm-hmm. Ты-то за пироман такой, который не может на площадь ебануть. Все? Да, вот если бы. Да все. Хочу еще босса. А, сейчас все будет, он. Или хотя. Да не, должен быть. Это так, мини-босс был. У меня просто есть это. Как его? Так, нам наверх, да? Да. Чё, суицидник? Боеприпасы надо кому? Да, в общем-то нет. О! Быстро! Сука, как долбанул, а?
И да, мне бы, кстати, похилиться бы не мешало вообще. Так, ну нам, значит, вниз получается. Что-то очень-то. Да-да-да, вон. О, там, о, там этот. То есть, пошли. Я его ебну. Тихо-тихо-тихо, вот он, сука. Пидорас, спрятался. Блять, мне не прыгнуть так, было. Он улетел. Обещал вернуться? Так. Угу. Хилы, если надо кому. Надо кому хилы? Угу. Да. А где? Вот тут. Я стою возле них. Вот. Бери большой. Большой хил. Мега хил. Ага. Большой хил для большого человека. Точнее, дворфа. Но тем не менее. Так, надеюсь, мы не по кругу шара ебили. Да не, вроде верно идет. Там кому сделали зелье скорости, если кому надо. Мне там, надо. Вон тут, по прямой. Вот я к нему бегу. И бери. Вижу. Еще аптечки. Я бы, кстати, маленькую. Блять, аптечку... ебаный еврей, блять. Я бы маленькую аптечку был, ебал. О, идите так. Сюда, здесь эта херня. Вот так вот. Все сюда. Лёша, вернись назад. Да, все, я иду, чё? Вот здесь. Всё, я. Всё поднято. Чуть. Там кого-то поймали. Я тебе... Чё, надо прямой? Но это не было. Ща, это мои, идите нахуй. Ты ему подсказка ебал. Ты ему подсказка коленом ебнул гласно. Как бешеный такой, знаешь, налетел на него. Чуть ли не сверху сел. Да, короче, двор самый психованный, блядь, среди них. Может, ты в одного пустим вперед, пусть почистит. Мы сзади будем добивать просто. Кто убежал от него? Пиздец, я же... Кто поумнее? Кто там, кто распидов дал? Я за ним, блядь, не успеваю. Он там кто-то в воздухе. Один там в воздухе повис, тупил, стоял. Это... Ящик боеприпасов надо кому? О. Храм ей что-то там. Да, пиздец, тут иногда название ёбнутся вообще. Какую-то хуйню пишут. Вот там что-то, знаешь, происходит. Рандомно. О, повалили. Давай, в группу на. Хилы, если надо кому. Так, ну чё? Бьём. Нормально. А где? Я тут потихонечку разъебываю, но они как-то, блядь, не кучные, идут с разных сторон, пытались атаковать. Хилу, если надо кому. Надо кому хилиться. Смотрите, берите. Да, и мне надо. Давай спускаться. Выровняйте эфир. Три эфира надо, короче говоря, нам выровнять. Все? Готовы? Что? Погнали, нет. Ну чё, поехали? Да. Чё, погнали? Ну да, чё, ебать, погнали нахуй! И стал эфира выровнять. Ай-яй-яй. Вот тут карусель катается. Подожди. А как её надо поставить? По очереди надо. Как её выровнять-то, я не понимаю. Я вот чё-то кручу, бля. А как? Ну, вот видишь, штучки нужна. Пока я не успел. Видишь, штучки вон ровно встали. Я пока особо не успел рассмотреть, меня крыса тут заебашит. Ладно, не подсвечивается, когда правильно. Я вроде подставил, но это не точно. Они только, пока ты крутишь, они тебе, блядь, за спину падают и все. Давай прикрой это место. Да ёб твою мать. Так. Ну, покрутить нормально не дает. Либо я что-то неправильно делаю. Да не, по-любому они мешают. Так, давайте все втроем встанем и выровняем по одному. Блять. Ну да, я говорю, давайте это, кучкой. То каждый по три, это долго, блять. Что-то я не понимаю, как она здесь крутится.
Ну, ты нажимаешь, она крутится, опускаешь. Все. Это да. Так, подожди, подожди. Там, видишь, вот какие-то полосы еще. Да, вот я думал. Светятся. Ну, и крутите, давайте, я их поебаю. А что-то она больше не крутится. Все, значит, правильно встала. А, наверное. Значит, все, видишь, нужно под полосу поймать. Да, да, да. Теперь понятно, как это делается. Давай тогда другую разъем. Давай, поднимайся сюда. Крутишь? Блять, не ту кручу. Ну крути, да, короче, мы тогда выйдем. Оживите союз. Саданули. Поднял. А, спасибо. Ах ты парень. Огнеметчик еще. Да-да-да. Сейчас его ебну. Галдон, блядь. Бля, мне бы похилиться. Тихо, тихо, тихо. Вот, все. Я готов хуячить. Покрутимся прямо в центре. И, короче, доктор, крути. Тихо, тихо, тихо. Да, придите кто-нибудь ко мне. Да-да-да, я иду, я иду. То есть, что ты под охраной? Так, это готово. Пропустил. Да я вижу, вижу, вижу. А теперь тебе, получается, на другой надо это, на другую крутилку идти. Их надо в два. Нет. Нет, все верно, крутим. Точно? Крутим, стой, Леш, стой. Да-да-да, интересно, да, я прикрываю. Ты не отвлекайся, крути себе. Крутите барабан. Да. Все назову слово. Сектор член на барабане. Все? Вроде ждите, пока выравнивание не завершится. О, это было только начало. Крепим. О, нихуя, все двоится. Ну, просто, ну и бегаем, все, поехали. Бегаем, рубим нас. Попробуем. Бля, тут вместо одной крыши, тут уже три мерещицы. Крыши боятся. Сейчас долбанет, пацаны. Без разницы, главное бить. Все, выбивайтесь через ложь теней. Нам, нам туда. Все, по прямой и туда. Уровень пройден. Не, ну забавно с этими крутилками-то было. Ну, уже да. Хоть, какое, хоть какое-то разнообразие. Плюх. Льянуй, блядь. Пиздец, кто такие названия придумал? Больной сукин сын. Блин, ублюдки. 17 левел. А, такая же фигня. Один фолиант, короче. Ну ладно, что, пособирали чуть-чуть. Хоть сундук чуть-чуть улучшился. 213 у меня убийств. Серега убил больше всех. Я меньше всех. Да я вообще стоял, ничего не делал. Ну, вы да. Смотрите, как правильно, 261 убийство. В ближнем бою. В ближнем бою. Смотрите, 261 убийство в ближнем бою и 262 в дальнем. Так, че? Это как в дальнем-то убивал, интересно? 262 в дальнем. Ну это тебе, что бишь, я одного в дальнем убил. Случайно, инфаркт нахватил. Звуки. Да я тут и лутался, может быть, от меня. Так, снаряга. Снаряга. Уже получше. У меня какая-то здоровенная секира, блядь. Секира Shadow Date Wise. Так. 110. Ух, пока пойдет. Больше нихера, короче, да, мне не дали. Нет, получше. 7, 100, 109. Последнее. Все. Оно и все в утиль. Надеюсь, порошочек этот волшебный пригодится еще. Не раз. Я прошу. Короче. 284 у меня сила. Так. Кликаю тут. Задание.
дальше. Какое-то деяние доблести. Погодите. Да, газу, газу. Мне какая-то херня открылась, деяние доблести. Я просто не знаю, что это, ну ладно. Смотри, что. Я там что-то. О, пекали. Пекали. Надо за место снова, этого. Новое испытание. За испытание там сундучки заберите. Подожди, а где у меня открытый сундук? Карелиан, ориентируйся по звездам. Да, надо идти по приборам. О, предмет. Предметы забрать, награду. Это прям вообще наваливает постоянно. Это, наверное, как это для разгоночки. Какие уники. 3,8 скорости атаки. О, мне какая-то филька упала, короче. Надо смотреть. С ручником, блядь. О, кстати, если навести мышку на силу героя, показывает количество урона. От экипировки, от уровня. Сейчас надо глянуть. Я не знал. Да, еще золотая деталька. Подойдите к этому чуваку и позабирайте награды. Мне тут филька и золотая. Мне тут филька упала и золотая какая-то шляпа. Филька. Так. 108, ну. По оружию ничего пока полезного. 10 тоже. Монеток серебряных дали. 70 золотых серебряного монет. О, 116. 288. Чудо, блядь. Новогоднее, блядь. О, вот это дело так. Хорошее. 92. 291, короче говоря. И шапку. Шапку у меня теперь. Погодьте. А, ну шапку, короче, можно не тратить серебряную залупу, это все, шапки и так дают, короче. Не часто, но дают. Не жевайте. Не тратьте серебряненькие, ребята. Ребята? Да. Так, создание. Полос. Что, погнали? Сейчас я тут три предметика разберу. Ёпта, ну. Все, я короче... Бля, неугомонный лучник. Все, веселье закончилось. О, таланты, ёп-моё. Чё ты там ещё не сел? Спящий колок. Так, ну что, запускаю? Ага. Да заводи, в принципе. Погнали. Мне вот интересно, я таланты могу во время боя раскидывать? По-моему, нет. Там нет. Инвентарь не открывается. Только в лобби. Надо будет в следующий раз таланты раскидать. А чё ты? Надо периодически этим заниматься. Там полезные плюшки, обилки и так далее. Ну вот у меня три штуки есть, надо сейчас заняться этим вопросом. Да, может он у тебя двух еще и более дикий станет. Будет совсем бешеный. Махать мечами будет быстрее. Да, как миксер будет сквозь толпу прохуяривать. Давайте всем пиздюлей. Конечно, парень прикольный. Да, вот так у тебя панк-рокер. Я убил первый плюс. Поздравляем, бар. Оп. Я тут полпучку нашел. Блять, Иосиф тут носится какой-то, как этот, как аппендицит, блядь. Как аппендицит. Да, место только занимает, на. О, стрелы.
ставлю. Серега там опять говорит. Куда-то. Да я смотрю, мало ли. Я что-то забрел на какой-то верхний бурвар. Где-то орут. Соседи, наверное? Нет, а нет. Эти педики. Вот я знаю, это что, блядь, на этом, на ветеране. О, погнали, погнали. Давай, давай, давай. Пока они залезают, мы их не ебнем. На ветеране эти пидоры сзади топорами хорошенько снес. Хорош. Где мячика вольну? Есть еще кто? Где-то орут. А походу все. Нет, смотри-ка, еще бегут. Да, мечом он медленно, но медленно, мать. Да, короче, пойдем, наверное, куда-нибудь сюда. Погребок. Да, надо вниз. Фига тут алкаш. Оп. Хорош. Есть еще что-то. А, ну тут двуручный взял меч, да? А, ну он тоже медленный, наверное, как и булава. Ну, да, да. То есть это как топор. Ну, булава побыстрее. Булава чуть-чуть побыстрее, да, рубил. Да ничего тут, блин, каждая катка какое-то оружие падает. Она успеет не заебать. Ну да, урона-то больше. Она успеет не заебать. О, сейф твой любимый. А потом какой-нибудь себе. О, хрюшка. На нахуй. Заебись, я доволен. Вечер прошел не зря. Хорош. Вот тут для скорости. Кстати, сегодня сообщение пришло, то что завтра в Хромак должен притащить курьер. Круто. Да. О, ребят, все сюда, здесь этот. Надеюсь, не на ебуство. А если что ты делаешь на заднем фоне под игру? Да ничего. Просто я его уберу. А, можно убрать лишнее, да, что-то. Парился. Это силуэт оставлю и все. Вот тут даже. Ну, надеюсь, не наебут по ссылочкой. Лёша! А, Лёша! Чё? Да, иди к нам. Иди к нам. Сходи, да, нет, пожалеешь. Я тут наверх поднимался просто. Чё случилось? Чё, да. Понятно. Кто-то напердел. Кто сделал? Ну, он тут. Какая он сволочь делал. Стреляла? Сделал, блядь. А? Пидармот, мочи его на. Какое подлое коварство полуживого забавлять. Да все, хорош, он уже умер давно. Ебане. Каждый подбежал и ебнул. А зачем он так делает? А, товарищ. Что за Валера был? Здорово. Дать, куда? А, нам. Я понял, куда путаюсь, куда ебашить-то надо. О, может тут закрыть? Бей в них, блядь! Ладно. Ладно, не просто. Погнали. Все? Как-то они быстро кончили. Бля, аж страшно, когда я зелье этой скорости выпиваю. Ты становишься помноженным на два? Вообще. Маленький двор становится чуть длиннее. Я настолько ускоряюсь, что растягиваюсь и становлюсь больше. Что это такое? Это хуйню подобрал. Если бы еще у нас игра останавливалась. Пока. Брат, ебать. Тормоза для трусов. Вот там это. Че, я так понимаю, наверное, наверх. Вот этот сиотлиф, он куда-то пиздует. Непонятно куда. Не, это все неинтересные зелья. Не, давай вообще. Мега крыс пришел. Дайте мне его. Мням. Смотри, что он у тебя не это. Блять, я ебнулся опять. Твою мать. Где он? Вот, стоит. Печень, печень. Печень.
Делал. Забрали еще там, да? Стреляющий. Тихо. Эти хапнуть. Все, по-доброму. Все уже по-доброму на вас. Блин, он меня ослепил, я не видел, куда я убежал, поэтому не получилось прям вообще. А он меня сначала кинул, пока я поднимался, но уже там остальную половину вот отъебнули. Зелье скорости тут и я был. Я где? Я бегу. Он стоит. Ага. Не, ну вот ему да. Зелье вообще нормально заходит. Кстати, да, нам надо похилиться. Концентрация, я надо не знаю, какой. Концентрация, надо посмотреть. Давай посмотрим. Вот еще хилы. О, это по моей части. Прилетел. Дайте мне, дайте два. Бешеный человек. Лечебная тварь, там надо кому-то. Тут бесконечная стрела. Ну и все, короче, бас. Шок, шок. Готов. Че это концентрация делает, я так и не понял. Не быстрее, не мощнее. Непонятно, да. Это концентрация тебе. Когда ты бронированный, ты мочишь? Я их вообще пробить не могу. Ты мне говоришь? Да. Хуй знает, просто разъебываются и все как-то. Блин, застрелы. О, пидор, стой. Тебе ща поясню, ёпта. Все. Улетел пидор. Вон еще скорость, кому еще скорость? Конечно же мне. Да, это ему. Вон, как бешеный пекинес налетал. Чтобы он как бешеный пекинес налетал на всех. Ух ты, еще скоро. Я возьму запас на ноги. Боеприпасы. Хилы надо кому? Хилки. Ну, можно, в принципе. Бери еще. У меня он полный. Похилиться еще. Плянта. Плянта не было уже, да? А то сейчас его тебе, блядь, схватит, потом не найдете. Он же, сука, не делится никогда. Вон еще скорость. Ахиллеса просит. Да есть скорость. Так, ну чё, куда-то наверх. Дюркин, блин, плац. Ты ёбнутый, нахуй, такими названиями. Пока название читаешь, уже можно, блядь, кончиться, нахуй. О, этот, фигнюшка есть здесь. Хилы надо кому? Ребята! Чё? Ребята, сюда. Чё там? Нужная вещь. Берём. Так, ну тут уже так как-то лайтово идет. На этом уровне сложности. Ну, все постепенно. Сейчас, на третьей сотке мы попробуем. Давай, угу. Давай три сотки все-таки наберем и потом попрем на них. А то сейчас опять по карты пройдем, блядь, и нам пизды дадут. Будет обидно. Нам куда-то наверх, да? О, там нет. Так, у меня надо хилы. Беремся. Подбираем. Блять, пока свою пуколку достанет, зарядит. Бешеный тостер уже прибежит и всех наебашит. Бешеный тостер. Жарит как надо. Да-да. Хули, он маленький, юркий, между ног пробегает с двумя топорами и всех расхуяривает. Я так понимаю. Сейчас тут что-то интересное. Да, мегаколокол. Давай, кто мегаколокол звонит? Дайте я звякну. По ком звонит колокол? Я так чисто побегаю, поразъебываю. Кто-то как мне его позвонить? Ну давай на что-нибудь там, он... Я заметил, что он на этих, на цепях прилетел, прихуярит. Что-нибудь, да, цепи, наверное, сломать. Да, цепи ломай. Там снизу бомба, блядь. О, нормально. Уничтожьте его, опящий колокол. Да, я вниз ёбнулся. Кто? О, нихуя меня его типа достал.
Да, цепь ломается. Ломается цепь? Да. Я вниз ебанул, случайно меня Иосиф спас. Иосиф мужик. Да, Иосиф настоящий еврейский дуб. Я эту хуйню отсоединил. А, ну еще, ты тут дохуя цепей. Так что не расслабляйтесь. Все, тут последнее осталось. Все. Что-то ёбнулось и что-то ломалось. А может это не конец? Наверное, нет. Хотя... Сейчас, по идее, должен кто-то, наверное, пойти. Выбирайте, выбирайте через мост. И не... Вон и пришел чувак. О, сдал. Дайте два. Дайте тостер на съедение. Все, мы уже половину ему съебнули нахуй. Сдох меня как раз. Все, я покойник. А, сволочь. Нормально. Захуя. Даже не напряглись. Так, поехали через мост. Куда иди-то? Какой мост? Нафиг его, где он, блядь, находится? Давай посмотрим вокруг. Вон там внизу что-то есть, я смотрю. О, а вот я сюда могу... может быть. Лебзя. Может. Где? Может в обход? Там да, скорее всего, назад. Там что-то тартар нашел. А, точно, да, сюда. О, какой аллергия. Хороший проход. Задний. Врубай, сейчас, подожди, я похилюсь. Зачем? Да, действительно. У меня просто пол здоровья. Это... За его телефон тут плетусь. О-о-о-о. Я вообще не бью. Посмотрел, Максим тут. Шинкует там, прорубает нахуй. Я говорю, он как миксер. Залетает в толпу просто с двумя топорами. И выебывает там все. Во-во-во-во-во. Пизда. Страшно. Хилы надо кому? Много есть. Нет, мне нужно зелье скорости. Ну, понятно, что-то что не хватает. Упало, да. По-моему, и так в детстве, что-то... блядь, и веер какого. Со спидами ебанулся. Жаль, нельзя кнопку так зажать. Чтобы он просто бежал и убил. Ух, ты чё такой? Иди сюда! Хорошно. Лёг палец. А, ну все. Конец. Что так мало? Погоди, сейчас повыше уровень поставим. По возможности, конечно, там поставим. Просто урона будет больше получать. Ну да, да. Они всасывать будет больше. Но оно будет сложнее и как бы интереснее, что ли. Ну да. Было прикольно, если бы их было намного больше. Ну да. Чтобы прям вообще, блядь, отбоя не было. Сидеть, долбить по 10 минут. На каждом квадратном метре. Не, ну не так, ну как-то так. Сто семь. Блядь, что-то опять я маловато. Нарубил. Бита элитных противников. 14. Убийство в ближнем бою. 149. Урон монстром. Серега больше всех на него. Урон монстром 750 надавал. Шустрый Леголас. Так, ладно, посмотрим, что у нас есть в сундуках. Ваня, по-быстренькому надо. Что дальше неси. Этот посмотрю еще по наградам. Да, тут смотрите. Чуть ли не каждую катку, блядь, что-то вот. Какую-то награду надо забирать. 5 серебра. 100. Все, да? Окей, это был.
Что попалось? Есть что? Так, снаряжение. 301, кстати, сказать. У меня. Скритул, сильно. Я хоть пушку себе пошустрее надыбал. Так, 18. Ну и все, короче. 305 у меня. Мощи. Если надо кому, то давайте сейчас тогда запустим на ветеране. Угу. Будем ветерана запускать? Да, давай. А 300 у всех есть? Сейчас, погоди секунду. Да. У меня почти 300. Сколько у тебя? У меня 305. Сейчас проверю, погоди. Дракенфилд, говорит. Да. Ну нормально, в принципе. Тостер, у тебя сколько по мощи? Сила у тебя сколько? 275. Че, пробуем ветерана? Хрен знает. Давай попробуем ветерана. Погодите, дайте я этот... Че? Усилитель. Сейчас я с этими, с обилками. Точно, давай, читай. Да и главное, внимательно почитай, чтобы потом не отсасывать по любому поводу. А то сейчас нахряпаем, блядь. Тем более я ветерана запускаю, тут посложнее, наверное, будет. Не наверное, а по-любому посложнее будет. На гитаре ломает. Так. Все поставил? Вроде как-то так. Заводи, поехали. Ну давай, я завожу, короче, сложность ветеран. Чтобы посерьезнее, да, награды получать и все остальное. Сейчас как нахапаем себе 300 сундуков. Ага. По мозгам сейчас как нахапаем. Ну, надо постараться, блядь. Рексенбрукер is about the only thing stopping the enemy rampaging far and wide. Ну, там рекомендованная сила, ну, 300. Так что, я думаю, они шарят. Да, у ветерана 300 рекомендованная. У рекрута сотка. Трактористов нет, так что. Да. Не, ну они, я думаю, разрабы-то должны понимать, что они рекомендуют. Угу. Я думаю, справимся. Ну, игра уже давнешняя. Я думаю, справимся. Я думаю, справимся. Быстро, четко, без пыли и шума. Следуйте по дороге. По какой, блядь, дороге? Тут их несколько. А, по бездорожью. Ну да, да. Ебашить придется где угодно. О, круто. Ты че? Я зажал кнопку. А? Так, я, ребят, с вами. Странно как-то, блядь, то у меня катка начинается, у меня хил, ну, какая-нибудь аптечка есть? С собой есть, мелкая, большая, там, неважно, но какая-то имеется. Ну, как правило, мелкая, а хотя бы. Не знаю, сейчас вот никакой нету. И у меня нет. Это надо смотреть. Где-то этот. Ну, вроде правильно идем. О! Че? Тебя резанули? Я на него прыгнул. Это, короче, непонятно получилось. Но он умер. Например. А не, вон он бегает. Я вообще не знаю. Я просто иду вперед. Вы что тут делаете? Ё-моё, здорово, ты что? Да ничего, сейчас у них хуя он половину с подачи съебывает. Такой пидор, а? Есть? Да, блин.
отхилили. Сейчас отхилюсь. Вот тут же и на вот это он тоже хилится, кстати. Да-да-да. По нормуль половину съебашил. Ебашил. Только под атаку не встал. Че это? Ты что не встал? Ты че? Раз, потом. Вася! Давайте на босс сейчас придут эти. Нахуя, друзья, у меня жизни не очень много. О, тихо. У меня в толпу. Я толпой подхиливаюсь. А хилок у меня нету. Я тут, блядь, здоровый долбанул по башке, я сразу же половину здоровья потерял. И, собственно, веру в себя. Не надо так. Ну да. Вон, иди сюда, здесь хилка есть. Я взял. А я себе нашел тоже. Заебомба. А куда нам теперь? Наверх. Пошли наверх. О, я еще большую хилку взял. Вон там Иосиф впереди всех нас. А нет, это не Иосиф, ну, это Серега. Серега. Я за Иосифом плетусь. Что-то мне кажется, там внизу. По-моему, наверх. А там что-нибудь есть? Что-то ему там не... Тихо. Руби там. Стрелы. Надеюсь, мы не по трубу ходим. О, толпа, заебись. Давайте сюда. Вот и мост. Время разъебывать толпу. Ну разве что это толпа? Ну так. Я не знаю, сколько тут можно урона сильно получить на этом уровне сложности. Хилы нужны кому? Чё? Да, боеприпасы. Боеприпасы. Всё, всё надо. Тихо. В этот раз все надо. Кто-то пиздит, по-моему, в ущелье. Давай туда. Блять. Прям перед розой выпрыгнул. О. Люто крыс. Хорош. О, нам туда. Давай, гол. Слышали перезвон? Кто-то хуярит колокола. Кому-то рядом били рыло, а за мной колокола. Кола. Да. И чё? Как-то перепрыгнуть. Куда идти? Может, сюда? Нет, здесь тупик. Подожди, вон там крысюка стоит. И внизу. Давай вниз, наверное. Прыгать? Да, походу. Вон, сюда идите, господа. Я вот тут внизу заёб себе нашёл. Вот я здесь тоже поразъебываюсь. А ты наверху, да, их поразъебываешь? Блядь, стоит он у меня, долбик. Пидорас какой, а. Ты смотри, блядь. Больно. Да. Один гандон мне просто, блядь, почти все здоровье отпоймёт. Серьезные личности. Уже. Блин, опять бегут. Ну это мелочь, это похуй. Это вам, блядь, табуна не выносит. Ну они тоже, кстати, после. Ойбей. Где Микся? Кто-то где? Да я, блин, что-то я от вас отстал, сейчас приду. Это было никому надо ставить Микся. Да нет, автор это уже закрепленная годами по гремуха, так что. Тут нельзя. Ну, комбайн считать. Спасибо. Тайсон, здорово, спасибо. Спасибо за поздравление. Санька пришел! Да. Тайсон к нам подсоединился на трансляцию. Всем пацанам передает, ну, то бишь вам, передает для руки на пробу. Погнали. Что-то, блядь, я опять проебался, куда идти. Килы надо кому? А ну, кажется, блядь, да, где? Нет, да, уже полный. Да, я сам форт, собрал. По-любому. А, нихуя там не стреляют. Найдите вход в форт. Пойдемте вот сюда. Пойдемте вот сюда. Пойдем. Он еще лечил, кстати. Я тут какую-то хрень нашел. Патроны? Вон, хилы кто-то спрашивал. Давай туда. Вон еще хилы. Конечно, я, блин, когда хилку свою выпил, Сережа ее тут же слил. Ладно, его типа не давайте хилы, пошел он нахуй. Еврей обойдет. Да. Пускай свою еврейскую душу в синагоге лечит. Такая что-то ненависть просто. Как еврей.
Нет, просто да, он... нету, просто он... к нему сифу есть. Да, да, да. Просто конкретно к нему, потому что он, блядь, уже ни один хил. Ни один хил, я смотрю, парни, забрал. Он, блядь, меня сплотили, что ли? Пытались. Я смотрю то, что он просто, блядь, каждую карту почти заканчивает, у него с собой хилы есть. Это моё! Это моё! Крыса огорна. Что происходит? Крыса огор. Да, меня так крыса огор, я ничего не делал. Сейчас я его по хребтине еще ебану. Пошел нахуй, крыса огор. Покойник. Хорош. Заебенили. Все какие-то луты с него собирают, а я никогда ничего не беру, блядь. Это же вообще этот куб. Да? Да, да. Есть у кого-нибудь по хилке что-нибудь? Все вообще. Я только что последний использовал. Вот я смотрю. Ладно, еду. Если найдете кто хилку, да, ставьте. Я крикну. Надо, короче, немножко повнимательнее. А, все, уже не надо. Шукать по углам. Сюда я убил его, вот сколько? Он бронированный был. Что странно, что даже Йоти в пустой бегает. У него ни хилов, ни хуя нет. Ну, такой-то сложность. Как бы он не подох, пей, бедняга. Кстати, может на максимальную сложность пройти проверить. А на максимальную нам не там, нас не пустят. Ты можешь катку запускать только с определенной уверенностью. Ну там, силы там, если у тебя хватает, то ты запускаешь. То есть, допустим, после ветерана нас сейчас пока не пустят. Нужно еще там где-то сотни две накрафтить нахуй. Силы себе. Оружейная. 5-3. Газовая коса где-то. Где? Где она? Где-то сволочь. Ее надо мочить, чуть ли не первая, блядь. Килы возьмите у кого-нибудь. Кому надо? О! Завтра килы возьми. Это моё, блядь. Нет, пока не. Пока мне не до хилов. У меня точно? Тут ребята. Я взял с собой. Если чё, внизу килы. Я взял с собой, пойдем. Потом подлечу тебя. Ну я сейчас так. Тогда похилюсь, потом, если чё, похилюсь. Ага. Да ёпта. Ты разъебёшься, нет? Нахуй вообще. Пошел нахуй еще раз. Ладно, не мсти ему. Газ, мне газомес. Пидора этого нахуй, Кимка кидал. Деревянными членами торгует. Торгует. Так, вот того как кто достанет. А, мне газомес. Там еще, по-моему, блядь, а. Тихо, я прям по очереди. Я прям по очереди стою. Кто-нибудь. Еще ракеты не долетят. Это пиздец, это пиатка. На тебе по мозгам, блядь. Достали его, да? Да, да, да. А он сам прибежал. У меня патроны закончились. Хорош. Там хилы вроде впереди. Надо кому хилиться? Я похилю. Ладно, этого. Ну давайте, Ирина, собирайте. О, здесь сейчас. Ребят этот. Да. Свиток. Берите свиток. Кому надо? Надо-то всем по-любому. Надо, короче, хилы собирать, потому что потом возможности может и не быть. У меня большой хил с собой, блядь, но у него маленький еще. О, вот еще аптечка. Я возьму. Мне на боссов, после боссов нужно. О, пизда. Ладно. Коридорчики сейчас. Хуйня. Это вот они зря в коридорчике решились, блядь. Тихо. Кто-то ёбнулся. Тихо. Иосиф ёбнулся. Надо Иосифа поднять. Его там где-то закопали. Иосиф, Пригожин, вставай, блядь. Его закопали там где-то в трупах. Так, погодите. Надо что-нибудь пособирать, я думаю. Полезного, блядь. Вот или покилиться, как минимум. Крысы. Хорош, все. Скрёбли, я к тебе. Проходит. Я к тебе, сильно. Да, они вот сумеют стали. Армур, сейчас отобьём.
Ставим. Всех сторон ебашит. Ну так, они подшили, уже убиваются все-таки. Ну, сейчас жизни стоят быстрее. Дольше. Жизни быстрее расходуются. Ну да, но они стоят они дольше, они успевают ударить. Ну, да, да. Так, кто-то стреляет. Ты чё, блядь? Давай, прикрываем тогда его. Стрельнул? Вот это пульт. Да. И чё дальше? Бинго. Ну, чё, это как минимум надо было. Засядьте и вытвалите из пушки. Надо прицеливаться еще. Прикройте. А из какой пушки-то? Я уже выстрелил, алё, проснитесь. По другим мы нацелим. Я прицеливаюсь. Давай, я тебя прикрываю. Держите оборону. Да. Долго возвращается. Готово. Ага. Понеслась. Сейчас разъебем. Вы представьтесь и выпьете из пушки еще раз. Серега, давай мочи. Целюсь. У нас как Леголас, дома стрелять вообще, блядь, знает. У нас крыша. 10 из 10. Если зарядите пушку. Зарядите еще. А чем это делать? За патронами надо. Вон там ядро вдалеке. Вижу. Пошли, сходим. Давай, ведем Серегу. Тут еще обстреливают вас. Пошли они лесом. Блять, я ебнулся. Плохо видно? Ну окей. Я взял ядро. Давай, возвращаемся. Танкуем. Защищаем. Да, танкуем жопу доктора тогда. Хорош, блядь. Он, блядь, покинулся уже, наверное, два раза с помощью трупа. Все? Давай, ждем. Заряжаешь? Бегут по крышам. Все, давай, я, короче, с левой стороны. Отлично, бинго. Они все равно... Сейчас прорвите осаду. Он куда-то вниз? Да ебашим. Прикольно. Блять, я по ногам нахуй наебашил его. Подожди, вот они откуда-то отсюда бегут. Хуй знает, короче. Вон, в погнали. Где зеленая? Где зеленая залупа горит? Тут, туда, короче, а, вот ворота, да. Тихо. Вот этот чувак, сука, нихуя он мне наебнул. Полжизни съебнул, падла. Короче, с двумя там кто топорами. Хилку увидит, оставьте, пожалуйста. А то у меня здесь скоро этот, походу, нужно будет разбираться. У меня, походу, тоже. Да и у меня тут половина. Ну, обычно перед бортами даем же похилиться, так что не бдите. Я думаю, прорвем. А вот и выход, походу. А, и все, что ли? А чё, это все, что ли? Просел, можно, блядь. Интересно, да? Я хочу еще. Я тостер подсел на эту хуйню. Ну, нормально. Прошли, да? Ну, если бы еще какой-нибудь толстый пришел, без хилок, я думаю, не выдержали. Ну, да. Не, если бы меня похилили, я бы, может, ему и навалял бы под вашу помощь. Я ему по жопе надавали. Не, ну получилось что. Что-то по опыту как-то. О, 20-й левел у меня. Очко, да, очко? У меня, да, разблокировано. Ощерительный сундук. Очко у меня разблокировано. Знак крестьянина, военная добыча. О! Казна вещанина. Два трофея. У меня звание крестьянки. Всего убийств. У меня опять 129 меньше. Зальцбург наш, ребята. Чё? Наш, блядь, еврейчик шестерых, нахуй, боссов убил, блядь. Нихуя он. Он добил, наверное. Последний удар его оставался. Еврей свой. Ну, еврей, так убийца. Я про то и говорю, что. Еврей убийца атакует. Ну. Так, испытания никакие не пройдены. Надо же. Первая карта, чтобы, блядь. О, золотой, давайте оружие. Блядь, ну не такое оружие. Какой-то сундук, короче, козырный дали. Мещанина. Да параша с него выпала. Да?
Ну, по крайней мере, мне. Ну, такое себе, да, на самом деле. Ладно, сейчас обилку еще надо посмотреть. Тяжелый. Так, 113. Берем, берем булаву. Дальше что? 21 тоже пойдет. Может, может, в этих сундуках мне что-нибудь выпадет? А ты давно что-то сундуки не скрывал? Да не, я думал, может, есть какой-то... Поковырять сундучки-то. У меня вот что-то где-то этот, как его, звезда горит, а где именно, не понимаю. О, мне какой-то шлем дали. Гермошлем. Ой, знаю, где-то... Почему-то звезда горит, но как это... Разобрать ее, не знаю. Так, увеличивает силу на 15%, когда активен навык основная, основательные удары. Где у нас основательные удары? Да блять, издевайтесь, я понял. Ритмичные удары увеличивают скорость атаки на 20%, чтобы задействовать. Распространяется на ближайших союзников. Ладно, короче, наверное, мне скорость атаки все-таки надо поднять. Да, там, кстати, много предметов есть. Всякие кулончики на скорость, еще что-то. Да-да-да. Ну вот видишь, ритмичные удары увеличивают скорость атаки на 20%. Чтобы задействовать эффект, нужно нанести удары по четырем целям во время одной атаки. То есть по четырем попал, значит, у тебя на 20% скорость увеличивается. Ну, либо просто увеличивает силу на 15%, когда активен навык основательные удары. Это okay. Тоже по, это по трем противникам надо ебануть. Ладно, поехали. Так, да, погодите да, секунду, пойдем. Сейчас я. Буквально 2 минуты. Давай, давай. Сейчас. Короче, ну такое себе по обилкам. Немного бесполезно. Это поможет. Опять у меня булава в руках. Так, ну что, давайте, наверное, последнюю карточку будем закругляться. У меня двуручный меч появился. Или был? Ну вот у меня, мне булаву накинули. А так вроде пока без изменений. Все особенно. Все, ты все собрал? Я готов. Да. Да, вы да. Так, ну условность ветеран. Продолжаем, собственно, на ветеране, дальше. Гнездо. Волосатое гнездо, короче. Ночь. Волосатое гнездо. Не сказал бы, чтобы я какие-то козырные там эти прям шмотки начали давать. Короче, почти то же самое. Сейчас на 20 уровне-то? А, ты имеешь в виду? Так мы не собрали особо ничего. На ветеране. На ветеране особо ничего не дали. Так, а мы уже приблизились к этому уровню, потому что оно пропорционально все идет. Ну да, да, да. Где ты рискуешь задницу-то? Где? Где превозмогаешь? Главное не перевозмогать. Не, о, нихуя. Вот остро тебе два ракеты, как у Ленина. Он теперь бешеный Ленин. Да. Ты видел его? Да, ты видел этого продвинца? Были. Обрезаны. Охуеть. О, так это я домой пришел. Ты где два ракеты-то нашел? А мне выпала тут какая-то хернюшка, типа, два ракеты можно. Два смычка. Это, наверное, чтобы ветер обтекал голову, там прыгает нормально, не отклонялся от курса. Вы знаете, что-то идёт. Вон, с мешком чувака гасите. Ну, я тут... У него какие-то плюшки.
куб с него, да, вывалился? Да. Два, по-моему, да. Нифига, полез. Два куба, это хорошо. Бешеный Ленин. Узрада, ёпта. Крыса не долезла до своей точки. Ага. Вот этот шутер когда начался у меня. Кому надо кому? Я уже спел. Это крыса рядом, спокуха. О, слушай, в натуре. Думаем экономить. Эй, это сложно. На подходе подъебну. Хорош, давай сюда. Дайте ну, две, блять. Я их на мосту встречу. Кстати, подожди. Дайте два, нахуй. Блять, как бы сюда добраться? Там вот это залупа. Виток какой-то там. Вам пытаюсь пробить. Там сзади кто-то еще, нет? Ага. Напыло чуть-чуть. Вот. Что там, зелье скорости? А, возьму концентрацию. Валера? О, Валера пришел. Где? Блядь. Он за мной там, где? Гони его сюда. Ёпта. Пол здоровья, на нахуй. Короче. Постреляем пока в него. Мне без скорости его тяжело бить. А, мне, блядь, он меня заебасил. Поднимите попашку, там, по-моему, голос. Да, он прямо на тебе стоит. Да, естественно, он будет на мне стоять. Где ты там? Чё, кубик встал? Да. Да. Сейчас похилюсь. Там мне так и будет меня это, падает жизнь. Да, 8 патронов. Ладно. Было возле бочки его запустить. Ладно, хоть. Первый босс комом, как говорится. О, там хилы, хилы. Да. Ну, нам вниз, да? Хилы. Чё, кому тебе надо? Вообще на меня. А, давай. Берёшь? Да. Вот. Зелье скорости и боссу вообще плохо. Ну да, да. Особенно когда до кучи с помощью миксера, это вообще шикарно. Я так понимаю, нам вниз по лестнице, да? Или нам не, просто ну, так? Пока что вперед. Тогда нужно вниз. Пока что есть кого убивать. Там по-любому или полиан, подождите меня. Сейчас я сбегаю, надо ну, посмотреть. Сходи. Ну, сука. Я ему прям в жопу стрелял. Вы так, чё, черти, блядь? А, бля, хуйня, короче, боеприпасы чисто и все. Кто тебя там? Да я же кто тебя там размотаю, встану, блядь. Короче, зря я туда бегал. И с тобой припасы, больше не хуя. Блин, лимётчика я не смогу завалить. Оживите советника. Да кого там ёбнули? Да блин, тут не получилось, тут этот стоял, как его? Есть что похилиться у кого? Да. Нет, у меня нету. Эх, о, сундук какой-то. Он юзабельный. Никак. Нету так нету. Что-то тяжко мы идем. Нормально, сейчас. Сейчас прогреем. А че, куда вы вниз-то пошли? Да, тут чё, крысы. Я какую-то пижню, короче, дернул. Все получилось. И все пошло как раз по. Да, да. О! Полян. Да. Угу. Отлично. Там еще есть ниже, кстати. Короче, что-то заработал. Пошли, сходим. Нам наверх надо? Да, да, да. О, погнали. Есть. Толпа бежит. Короче, я к выключателю. Тут вроде в коридоре их можно взять. А, нет, смотри-ка. Когда сюда успею. Во-во-во. Прям нахуй. И сюда.
еще сзади бегут. А, ну какие, бля. Хитрые крысики. Че, у тебя там получится с ними? Да, нормально. Должен. Я пойду что-нибудь похилиться поищу. О, типа я что-то их привалил, а тут. Ну ладно, ладно. Пока держимся. Да, я их разъебал. Сзади. Так. А, это не мне. Дайте. Чё ты там нашел? А, скорость? Нет. Да блин! Так у меня ХП нет уже. Это ты там ебанулся. У меня да ХП нету. У него время на жизни было. А, они у меня до сих пор. Притянул он, блядь. Да и все нахуй. Крысохват. Чё, идем дальше? Идём. Пилы. Тостер, бери. О, пилы. Бери. Ну все, блядь, черти нахуй. Иди сюда. Я думал, нам строго в дверь надо захуйнуть. Но нет. О, еще патроны. Чё, хилы, дайте-ка я возьму. Возьми. О, прикол. Патроны надо? Чётки надо? Чётки. Надо ещё ли там? Вон там сверху какие-то уроды ходят. Ну это хуйня. Я вот... Я так понимаю, она просто по прямой. О, они прямо отсюда просто, да? Значит, прямо идем. Ну, там, кстати, какой-то закуток. А, бегут. Готов. С какой стороны, блядь? Меня спринтер заебнул. Не знаю, тут сзади. Фу, нахуй. Нифига. Вот эти здорово. Я, ну... Где мясорубка? Блядь, жизни мало. О, сзади бегут. Ёбаный урод. Мне бы похилиться, но как раз и с помощью них, наверное, и похилить. Меня ёбнули. Кого-то положили. Поднимите. Поднимайте, я пока держу. Раз. Я встал. Бот, по-моему, поднял. Сейчас отобьёмся, я хилюсь. Ну да. Чёрта упа, поднимемся. Хорош. Вообще не знаю, по-моему, тут, сзади, да, народу, походу, поприбавилось тут на карте. Каточку за папочку, каточку за мамочку. О, мы куда не ходим, да? Так, я почему-то за его типом бегу. Я вообще поверху что-то бегу. Видимо, не очень верное решение было за его типом бежать. Он потому что сам по себе мальчик. Ничейный. Только сдохнешь, нет? Пойдемте прямо в дверь. Дурак ебанутый какой. Где-то какая-то крыса. Где-то много крыс, похоже. Так, вот я тебя вон вижу. Там ребята еще стоят. Они как-то падают, я смотрю сверху. Я вот не вижу, как подняться туда. Она, по-моему, не туда. Ну, вот сюда. Тоже. Да, нам прямо же туда и шли. Давай сюда заходим и, наверное, там направо, налево смотреть. Да. О, пошли тут. Как раз. Мега замет. Хорош. Че это? Боеприпас. Че там? Боеприпасы, надо кому? Не, мне бы похилиться. Ну, мне бы тоже. Я, блядь, пустой. У меня пол здоровья. О, у тебя тостер вообще тоже. Тостер, я смотрел, вообще тут все печально. Его надо, да, подключить. Так, а хрен лишь у меня такой персонаж. Да. О, может, тут аптечка. Фигушки. Когда? Меньше аптечка. Да, по бороде. Че? Отстой. Пусто. Нифига тут городище. Я так понимаю, до конца дошли, да? Гнойное гнездо. Ну да, вроде уровень так назывался, что-то про гнездо там. Кевалор, большое гнездо.
потому что уровень заканчивается, а у нас, блин, килов нет. Не жизненно. Поэтому надо внимательнее, я думаю. Если надо будет что-нибудь дергать, сначала не дергайте, давайте хилы поищем. Вон там что-то светится. Ой, там наем. Короче, я справа где-нибудь обойду, посмотрю. Кто-то про хил говорил. Да. У нас лучше-то? Нет. Нет, это этот варф говорил. Персонаж. Наверное, ему нужны хилы. Ну, блядь, всем теперь нужны хилы. Какой-то сундук нашел, блядь, и сундук пустой, да вы серьезно? О, здесь большая медицинская аптечка. Где подожди. Я приблизительно вижу, где ты, но я понял. Я подойду. Надо Тостера, кстати, похилить. Тостер? Ага, мне просто этот, гримуар, блин, здесь. Твои? Тостер, бери. Не, я... Где? Где я? Ты там танкуешь? Чё, надо? Наконец-то, он нихуя. Так. Там еще один. Патронов 8-10 где-то въебал. Дайте. Ах, я вовремя. Вовремя я его ебну. Так. Бегут. Давайте их мне. Я похилюсь. Ну чё-то. Ах, меня сейчас так ебнут. Правильно. Ну, а чё мне? Это как-то у меня так себе от силы работает. Кого? Кого-то шлёпнули. Рано, вроде все на месте. А, может, пытались? Блядь, они мне только... Я только отхиливаюсь, и они тут же, короче, мне, блядь, тут же сносят столько же. Пошёл, ты дал. Кто меня ещё похилил? Дарья, ты же сам поднимал большую аптечку. Не, ну. У меня уже там три раза должен был умереть. Ну, может, тогда после подъема? Может быть, тебе этот как его? Иосиф нахуй хиливает. Кстати, да, возможно. Так, наркотик. Может, там после скилла как-то у меня отхиливается. Может быть. Здесь есть фиолетовая броня. Ну, это тебе, наверное. Тут аптечка. Аптечка. Так, где? Где, где, где? Ну, это нужно... Блять, меня ёбнули. Это нужно как раз таки лёг. Вон. Где аптечка? Вон он. Подожди, подожди. Вот, блять. Вот она, вот она. А где я, блядь? А, вон, все, нашли. Вон. Неужели, нахуй? Все, живем. Больше половины уже хорошо. Кто это у нас? Писюлька это бегаю. Детская. Ты кто такой? Вставай. Доберитесь до вершины моста. Нихуя тут бежать. Концентрацию будет кто брать? Так, ну, вот тут это фрагмент загубленного искусства. Она нифига не концентрирует. Я беру, я все возьму. Что горит? О, здесь это. Хрень. Максим. Какая? А, Лёх, вернись. Чё? Он взял, по. Ай, блядь. Ты взял его? Я сейчас вернулся. Я взял, да. Здесь. Чё, надо урода снять? Я сейчас сниму. Вот тут строили стрельбу. А ему ёбнули, да? Я вот стреляю туда в толпу. Ах, нет. Не да я... Думаю, ну, урода. Там не видно нифига. Он хорошенько так меня наебнул. Я пока тут возвращался за тем, что уже взял давно. Так а что ты не сказал-то? Так я мало ли, может быть, что-то еще другое хотели показать. Более интересно. Бомба. Еще одна бомба. Все взяли? Я взял. Пригодится. На крупном. Хорошо. Заметь. Не, ну вроде шутство, поднимаемся наверх. Что за звуки? Есть какое-то подозрение? Звуки счастья. Сейчас побегу. И мы бежим. Оп, и я печка. Бегу. Хорош. Бери. А я взял уже. Разъебал.
Это я на босса оставлю. Так, мелочь оставим. Вот тут синим кто стреляет, Иоти? Я? Нет. О, еще аптечка, бери, Лем. Ну да, если дадут мне выбраться, я с удовольствием. Хорош? Блядь, откуда они все тыпят, не тыпят? Вот, сверху. Снизу еще беру. Так они сбоку, блядь, они сзади. Сверху. Еще мне с... прикольно, они прям падают, и я прям рублю. Да-да-да, это удобная хуйня. Когда они так сыпятся. Когда они так сыпятся, это удобная хуйня. Крысин дождь, аллилуйя, крысин дождь, ой-е. Хорош. Она, наверное, наверх, да? Куда же еще? Внизу отличие, парень. Свалился я вниз. Посмотреть. Там ни хрена нет. Я бегу просто вот, блядь, вперед и... А куда хуй-то? А тут вся игра так и построена. Ну да. Уровни как ни крути, хоть и коридорные, но они потом разделяются, соединяются вместе и так далее. Так бесконечно. Все, нам сюда, наверное. Стоит со стенкой разговаривает. О, аптечка. Надо кому? Аптечка, надо. У меня нет места. Бери, бери, бери. Я, давайте я похитрюсь. Или ты уже взял? Так, да, а как ее выбросить тогда? Правой кнопкой на него целишься, подходишь и лечишь. На кого? А? Погоди. На меня. Правой кнопкой? Да, только ты возьми аптечку в руки. Ага, угу. Правой. Давайте быстрее, пока крыс нет. Все, я тебя похилил. Просто я чувствую, что скоро босс, и, он да. Мне, и оно мне надо будет. Босс, конец уровня, что-то в этом роде. Потому что мы уже давно. Кстати, не все жизни. О, там урод, 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 мужики! Который со сумкой. Почти нужно. Я в толпу туда стреляю, короче. Что-то взял, наверное. Не, я его убил, я что-то взял, ну. Сука. Тут, тут еще аптечка. Блин, походу это уже аптечка. Тихо, тихо, тихо. Берите. Берите, у меня есть аптечка. Чай придешь рассеяться, я возьму. Не, а, он Сереге надо. Полиан. Ну короче, я надо хотя бы. Полиан подобрал. Я взял аптечку, вот еще миллион аптечек. Угу. Ну дайте я поберу тогда. Дайте аптечку. Полянка у кто-нибудь возьмет? Аптечка у Лехи, я взял пляж. Полянка у тебя, да? Да, а чем подстрел мало? 40 штук. А, это лут другой. Все, ну тут замес, да, по-любому будет? Походу арена, да. Убейте, убейте хрыб солома. О! Сейчас пойдем, стреляй. Надо посмотреть, как, вот еще, как еще вот сейчас атаковать. Сейчас, прыг... нет. Ладно, чтобы не как толстый, а то за месяц. Так, ладно, я пока пью. Да есть что на него? Как пиздец, у меня патроны кончены. Не густо. Да он убегает, блядь. Я тоже на него пока не успеваю. Ух ты. Ебнул кто-то его. Херачен. Ну, что-то он... Особо не сопротивляется. Да, меня то ли притянуло, то ли откинуло, я не понимаю. Сейчас он кастует пидора. Подымите. Кто улетел? Поднимаешь? Меня в стенку долбануло. Ебаной. Меня... Я упал. На тебе, сучок, бля. Поднимайте кто-нибудь, еще и Иосиф ёбнулся. Все, все встали. Я встали. Да. И он умер каким-то образом. Может, ну, стрелы сразу были. Пизду, я хилюсь, короче. Да, валим отсюда, пока не прибежали еще. А мне нечем. Нет, тут. Одну аптечку уже заныкал. Надеюсь, мы правильно. Потому что меня подняли, блядь. Бегите, глупцы, написано. А, хуй знает, в сторону. А, подожди, вперёд, вон лифт. Лифт. Отлично. Все, жмите. Сейчас, подожди, Иосифа. Иосифа не дождались.
Все, Иосиф на месте. Иосиф у нас немного это, того самого. Тупенький он у нас, тупенький. Не в ту сторону воюет. Ну да, да, есть у него такой грешок. Бывает у него, конечно, ну ладно. Он уже как родной, что поделаешь. Спасибо. Ну, Егорыч. О, ребята. Мои, дайте два, дайте два. А куда ты лезешь? Тебя же вроде хилов нет. Да и чё? Это вообще не самая проблема. Главное, у меня есть два топора. Все остальное не важно. Это хуя амбиции. Ну. Просто вынес все здоровые. Не бы патронов. Было бы неплохо. А, все, а, ничего не надо. Шабаш. Видим. Иосиф, пошли. Сейчас, Егорыч, мы с собой созвонимся. Сзади этот. Нифига. Чё там? А чё всех поёбали? Там... А чё всех поёбали? Иосиф, ты куда? Крыса пролетела. Какое-то достижение даже дали мне. Получил бэк, чё-то такое. Получил пизделей прям на финише. Вот какое достижение. Не, это не меня уебало. Так, ну чё, короче, давайте за это закругляемся, наверное. Сейчас смотрим, что у нас по луту там перепало. И хорош. Да его уже, блядь. Дали очко. Очко. О, видишь, и фолиант допёрли, и костей набрали. 5 штук, аж смотри. Казна купца. Тут у меня вообще ничего зеленого не горит. Ну вот, уже нормально. Убито элитных противников 14, все как положено. Я что-то даже не посмотрел. Сейчас заберу награду для начала. Испытульки. Арбалет дали. Ищейки. Три синих. Как это тоже? Скорость восстановления. Скорость восстановления чего? Ну, это вообще, вообще в целом, наверное. Ну, типа ударил, восстановил побыстрее, короче. Не-не, наверное, восстановление. Можно так. Упал, чувак. Скорость восстановления запаса сил. Вот это я понимаю. Ну, тут видишь, тебе конкретно пояснили уже. Нет, вот одна характеристика. 8+8% скорости восстановления. Вторая плюс 16 скорости восстановления запаса сил. Меч рекл там не заебатый нашвырнули. 128 аж удар, блядь. Да дайте вы уже топоры-то какие-нибудь. О, господи. Gotta say, Kruber, you're holding up well. The others have been off since you got back from Castle Drakenfeld. Силы, короче говоря. Остальное я разбираю. 303. Carillion, about that last sojourn in Castle Drakenfeld. Ну, за 300 перевалил. Ну вот у меня 333. Как в аптеке. Так, ну что тогда? Будем закругляться. 4 часа отлобали все-таки. Чего же нет-то? Хорош там воздух убивать. Ладно, ребят. Спасибо за просмотр. Да, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока.